сука. Ладно, окей, давайте, мы можем начинать. У нас, смотрите, у вас у каждой команды бюджет 16 тысяч долларов выдуманных. И каждый скидывается по 5 тысяч рублей. Все деньги уходят победителю. А куда скидывать деньги? А победителю. Я наличными передам. Так ты про что раз скидывался? А ты долларами будешь отдавать? 5 тысяч долларов? Да. Ладно, все. Ром, я не могу понять, где деньги? Алло, ну что там с деньгами? Так, это первый контейнер. Оля, мы покупаем. Чего, блядь, мы еще ничего не купили. А где же смотреть на контейнеры? Скриншейр? На Вербай, на Вербай. Да, там сейчас на Вербай. Долларов. Доверься мне, просто доверься этому мне. Все, окей. Он желтый, значит, там золото. Ребят, смотрите, это детские товары. Одна богатая семья после того, как дети выросли, решила их детские игрушки отдать в детский дом и некоторые, самые дорогие, им продать на аукцион. А, я понял. Если смотрите, там... вы расходитесь по комнатам в Дискорде для обсуждения со своей командой. Ну, то есть, Слава, нужен, вам, фрики. Этот, нужен вам этот или нет контейнер? Окей. Так что разойдите, пожалуйста. Я буду каждому заходить. А может... Так, давайте я у вас первых останусь. Что, Вадим? Так, ну, Вадим, интереснее, блядь, что-то там. Это у нас? Да. Извиняюсь. Так, что там за мусорка ебаная? Покажи мне, нахуй. Детские товары. Детские товары. Так, мне кажется, я вообще первые 10 контейнеров вообще не хочу топить никак. А сколько их контейнеров? Подожди. В смысле, детские товары, это может быть все так дорого? Это пиздец. Ну, ты помнишь, как грамотно Гвин делал на прошлой игре? И проебал. Нет, самое охуенное делал Марк, блядь, но ему там пару раз повезло. Короче, смотри. Ну смотри, самые дорогие товары они сказали оставят на аукцион. Значит, тут есть пару дорогих товаров, но так как это с детдома, да? Откуда? Нет, это дешевые игрушки дали в детдом, и самые дорогие выставили на аукцион. А, ну значит тут все... Это с детдома, блядь! Ограбили! Так, ребят, ну что, ну будьте за этот контейнер вообще играть? Мы будем бороться, рублей 500 дадим. Хорошо. Я опять забыла, Вадь, сколько это в баксах. Чё, как, сколько 500 рублей быть? В бакс? Здорово, ребята. Говорят, вы самая сильная команда сегодня, блядь. Да, это мы. Здравия желаем, блядь. Ага. Так, что вы думаете, вам нужен этот контейнер? Смотри, проанализировав контейнер, мы пришли к мнению, то, что данное содержимое не имеет особой весомой ценности на платформе биржевого рынка и аукциона. Также, собрав компанию независимой оценочной компании, мы пришли к выводу, то, что в одной из колясок могло заваляться кольцо бедной мамочки, которая не помыла ее. Ага. И тогда, пообщавшись с моим коллегой, мы пришли к выводу, что данная коляска может быть очень хорошо снаряжена какими-то ресурсами, которые в дальнейшем могут вывести нас к победе. То есть вы будете бороться за него, да? Нет. Нет, пошла она нахуй. Так он обратно сказал, так что... Ладно, хорошо. Или будем. Не-не-не, это хуйня. Точно? Да, ну, блядь, ты понимаешь, тут явно подвох, ну не может, блядь. Нет, ну, подвоха вот смотри. Нет, ну смотри. Ну, ребят, просто Ром, вы должны понимать, не зря у вас 16 тысяч долларов. Ром, 2 секунды, брат, послушай просто. Вот чтобы я так как игрок новенький, блядь, сметана ебаная. Сейчас, подожди. Ой. Вот, он, я... он максимум стоит 2500. Смотри, я как новенький игрок, мне просто важно понять. Тут бывает такое, что вот лежит какая-то хуйня визуально, а стоит дорого. Конечно, конечно. Не, а бывает такое, то, что вот лежит хуйня, а за хуйней охуенная хуйня, которую не видно было. Но в основном, типа, должно... Ну, ты, кусочек... может быть такое, как я сказал, братан, что, типа, где-то в корзинке завалялось кольцо? Да, конечно. И по описанию может быть что-то еще. Берем. Эти, бля, будут тут кольцо валяется. Алло. Алло. Да, Ромч. Чё? Победитель. Ну, короче, смотри, короче, коляски, типа, учитывая, что ты сказал, что это богатая семья, ну, вообще, короче, это все дохера стоит. Да, братан, потому что все коляски, может быть, даже если дешманские. Потому что, почему? Потому что дети — цветы жизни. Смотри, да, вот этот кокон, он дохера стоит, электрический, вот эти, короче, ну, мы будем до двух точно бороться, даже, может, побольше. Электрический кокон — это что? Ромчик. Осуждай, блядь. Ромчик. Да, не, ну, вот этот, он, короче, да, ходит туда-сюда. Да, что, Марк? Блядь, я... Боже, блядь, долбоёб. Он пёрнул микрофон, тихо. Короче, мы будем очень бороться за этот контейнер, потому что контейнер — это группа Паши Техника, и она дорогая. Хорошо. Я ушел от вас. Собирайтесь там уже вместе, где бустер, Вавилон. Так, ребята, залетел к вам. Что вы думаете? Планируете ребёночка вообще? У меня есть шутка. Можно я напишу её тебе в телегу? Давай. Ну так. Мне тут вишня уже ебанула, блядь, одну. Не, просто я не хочу.
Про кокон электрический, блядь. Нет. Нет. Если чувствую неловко. Так, я теперь понимаю, что вы не сражаетесь за него. Ну, смотри, я максимум дам 1000. Хорошо. Ну да, 1000. Хорошо. Да хватит ржать! Давайте, собираемся сверху, ребят. Давай. Алло. С Маром, а есть такие, этот лучший. Алло, да. Ну, он 33 тысячи стоит, 35 даже. А ты телефон подключил к нему, блядь? Ну, я не знал, что это можно. В ТГ делать. Можете после стрима чат. После стрима. Тебя, наверное, там лайтнинга нет. Здорово, уёбки, блядь. Что, лохи? Здорово. У тебя мощность хуёвая стоит, наверное. Итак, ребята. Давай. Давай, какой Hello, шаг? Guys. Смотрите. Hello, guys, how are you? У нас стартовая цена $400, шаг 100. Смотрите, как вы говорите цену, то я считаю я до 3. Вы говорите цену, я считаю до 3, и кто последний на своей цене остановился, тот забирает этот контейнер. Я, блядь, я только сейчас да, понял, я хорошо, что он сказал. Понял. Все, давайте. Ты Славу Ишаком назвал, ебан? Никого уважения, сука? Черт, блядь, челкастик нахуй, ебаный. Что? Ты там вообще уже охуел, да? Все, давайте. Слава Ишаком. Куда ты летишь, цыпленок, ебта, ебушку завалил свой нахуй, слышишь, блядь, ты издюк, ебта, блядь. Все, все, нахуй, неуважение, ебаное. Теперь стартовая цена $500, шаг 100. 500. Теперь, блядь, кикаем нахуй. Злой 500 раз. Уебан. 1000. Злой кто? 1000. Тихо. Мара говорит, 800. Вишенка, 1000. 1000 раз. 1002. Ебать, борьба. 1100. 1200. 1300. 900. 1900 раз. Нет, просто 900. Так, 1300. 1300, короче. 1400. Да? Уверен, нахуй? Уверен? Да? Слава, блядь, остановись. Не, не слушай. Микрофон не строго, у тебя вырубай. У кого? Строго! Что? Сука. Сколько? Сколько? Назови сумму. Назови. 1700, нахуй. 1800 раз. 2000. 2100, сосуночек, блядь. 200 раз. 202. 2200. 2200 злой раз. Бля, пацаны, вы заебали кукарекой, бля. 3000, сука. Три тысячи бустер раз. 3000 бустер два. 3000 бустер три. Продано! Поздравляю! Катюшку пиши, Катюхи, пиши, Катюхи, блядь. Катюха, Катюха, рожаем пятерых, блядь. Все, набрал, блядь. Что там, сколько у нас залетело баблишко, братан, порадуй. Там пиздец, дядь. А сейчас будем смотреть, дядь. Там давай, такой профит. Ну, кстати, есть вероятность, что... Не, дороже. Итак, Слава, с чего начнем? 2500. Нет, ну, дороже, но... Давай, а как понять? Там контейнер, давай. И вот этот кокон, они дорогие очень. Контейнера, давай. Халявный, 7000. Опа. Опа. Нихуя. Опа. А где дорогие кольца? Опа! Итак, как сказала Вишня, электрический кокон остался. Бля. Который стоит 200. Сколько? Стоимость контейнера 2040. Поздравляю, Слав! Ты что, меня наебал? Это 3000, да? Я спросил, а кольцо могло завалиться в кроватку, типа? Нет, ты не так спрашиваешь. А не могло, типа, не могло такого быть, такой, типа, ну, хоп, может пасхалочка. Быть, что-то за этим, пасхалочки есть, конечно. Мог быть только, знаешь, кэшбэк от ребенка чисто в кроватке, блядь, такой коричневого да, цвета, блядь, да, ты просто блядь, 100% не можешь знать, сколько строго стоит так, контейнер, понимаешь, блядь, в этом и прикол. Рома, я тебе говорил? Ром, ты... Ну, нормально, брат, мы все косарь потеряли. Что говорил? Версию. Всего лишь. Какую версию? Зато я понял, как играть, брат. Ром, версию... А я думаю, что ты радуешься. 1.8. Ты сказал, не лучше. Я тебя наебал сейчас, я не скажу версию. Нормально, Слав. Так, все окей, Слав, ваша команда... Ром, я пишу 1.8, да? Да, да. Ты мне ники, главное, не пиши, дядь. Кто? Ники. Минаж, которая? Да. Все, строго поздравляю, ваша команда $13,000 осталась, и ваш пока что... Профит 2040. Слав, ну, не Слав, профит. Если что, может потом строго продать. Слав! У меня долбоёб в команде, оказывается. Я думал, нормальный. Ебать! Так, окей. Ребят, следующий контейнер. Так. Это у пацаны, нас... Пацаны, вот тут! Это ламба... Мы тут, сука. Ты это у нас мотоконтейнер, товары, которые были возвращены покупателями. Это мотоконтейнер? Владелец мотомагазина выставил на аукцион. Охуеть, блядь. Мото-мото-мото-мото контейнер. Я думал, это футболист. Все, ребят, расходимся, давайте. Это просто коробки или в коробках что-то лежит? Может, нет. Что-то лежит? За коробкой может что-то за быть, коробками. Например. Ну там это какой-то, блядь, мопед.
Вот тут реально дохуя денег. Все, давайте, ребят, расходимся по комнатам, будем пытаться делать этот. Мы сами расходимся. Наташа, перекинь меня. О, мы никуда не расходимся, слышишь? Ебать, мы охуенные. Чат, почему вы пишете 13960? Короче, за ты сколько? Хочешь за это побороться, блядь? Да, я хочу, смотри. Ты хочешь шлем? Все правильно, он за 3000 купил. Шлем? Да, да, шлем. Хочешь? Шолом. И в этом конвейере, мне кажется, там 4. Осилишь? Вадим. Наташ. 4 шлема. Ты хочешь? Ну куда мне 4 шлема? Я вон за моти хочу побороться. Что вы думаете насчет Славы? Как вы вообще считаете его за конкурента сегодня? Ему пизда. Мне строго жалко что-то. А у меня вопрос. А когда машину вот эту слева заберут, блядь? Она бедная стоит уже нахуй 2 выпуска, блядь. Не, это та же самая, она просто привезла контейнер из Калифорнии. Бля, короче, мы будем за это бороться по-любому, но не на дохуя, потому что я думаю, Слава это купит. 4000 баксов. Слава это купит за 13 тысяч, да? Может быть, так что мы будем, короче... Сколько готовы дать максимум? Мы, блядь, ну, 3, наверное, 3. Смотри, короче, это может стоить как очень дорого, так и очень дешево. Логично. Как и все. Класс, красава, молодец. Все, окей, давайте... Мы будем бороться за 4 шлема. Окей. Так. Чувствуешь, что мы сейчас бабла реально... Команда, я поздравляю с первой покупкой, как вообще, ну... Спасибо, ощущение нереальное, я насрал, блядь, в детский горшочек, блядь. Так, и что вы думаете, этот вы тоже забираете? Да, этот мы тоже, вот 100% забираем. Не забывайте, что у вас 13 тысяч долларов осталось. У нас же 2 тысячи есть. Эти деньги не учитываются, то есть вы за них не можете покупать. Похуй. Этот смотри, мы просто берем 100%. Послушай меня, Рома. Да. Я в этой индустрии давно, если приглядеться, мы можем увидеть, блядь. Слава, ты потратил 3 тысячи на прошлый контейнер, я просто хочу для чата. Да, 3 тысячи. Чат, так что ебало нахуй завалили, блядь. А что? Они пишут, 13 960 типа осталось. Дети в школу. Не, я 3 тысячи мужики залил. Все, супер. Смотри, я тебе, бля, буду, брат. Я в этой хуйне шарю, блядь. Я заметил. Им не подсказывай, мы это нахуй забираем 100%. Окей. Вот это мы 100% забираем. Окей. Я тебе, и, блядь, благодаря этому мы нахуй выигрываем. Окей. Все, тогда я пошел дальше. Спасибо. Давай. Попасть. Здорово, сладкие. Привет. Что вы думаете про команду Славы? Мой план, брат. Про команду Славы? Ну, Йосипом, блядь, торговать не умеют. Не, они могут камбэк. Смотри, брат. Я сейчас этого лоха разбайчу на 5000 баксов, фиксирую. Не боишься? Гвин в прошлый раз лидировал, но потом своими байтами немного проиграл. Ну, да просто не, мы Гвин, не сильно будем байтить. У Гвина слишком большая голова, чтобы узкомыслить, как я, допустим. Хорошо, я понял. Так что мы нормально засыпем сейчас этого лоха монетами. И, ну, сейчас ты увидишь мой тактик. Окей, мы посмотрим, хорошо. Так, кому еще не заходил? Просто здорово, победители прошлого выпуска. Ходишь, что вы думаете здорово про команду Славы? Бля, Ром, сколько мы будем играть примерно? Ну, полтора часа. Мне, короче, просто через час нужно уехать срочно к стоматологу. А Марк сможет сам остаться? Ну, он меня везет. Блядь. Ну, мы постараемся пораньше, типа, ой, это по... Аня, ты ну, не короче, сможешь на такси доехать? Я тебя сейчас заберу. Ну, посмотрим. Подъехал, ну, в общем, мы будем до 3 точно. Ну, то есть, типа, Марк утверждает, что шлемаки дорогие, мопедные. Ну, мне кажется, они не, ну, не вот прям вау стоят. Ром, дай нам подсказку, быстро спасибо, выиграем и съебемся. Какую смотри, подсказку? Какого хуя BMX стоит за мопедом? Ты сказал, это магазин мотоциклов, а там вообще мопед стоит, блядь, под какая навесом. Не говорил такого, BMX. BMX это велик. Нет, под навесом стоит мопед, а сзади BMX, там ручки BMX. Не факт, да не факт, что там, там может какая-нибудь херня быть вообще. Согласен. Ну, короче, мы до 3000 поборемся и все, наверное. Да, ну тут, во-первых, шлема и экипировка дорогие, вроде выглядят нормально. Но они могут стоить копейки, тогда вот, сука, вот Ром, эти коляски две стоили по 200 долларов, где такие цены окей, ребят, видел вообще дешевки. Еще вопрос такой, кого вы считаете своими главными конкурентами тут? Никого. Никого, мы самые сильные. Дядь. Хорошо, все, давайте собираться. Почему мы в комнате без стрима сидим, блядь? Да, ровно. Зачем ты заходишь без стрима? Сука. Алло. Зачем ты заходишь без стрима? Тупой ты, сука, и шаг. Я думал, вы тут собираетесь чё? Просто. Ебать, сейчас бы там какой-то Жора залетел. Что, Асу? Ничего не было слышно. Там ничего не было. Я бы Жора залетел бы на... Я случайно, типа, мискликнул, думал, что вы просто собираетесь. Осуждаем без стрима комнату, осуждаем. Ром, ну это пиздец. Ну, дядь, ну я типа подумал, что просто собрались и не видел. Ром, ну это пиздец, ты что-то не видишь, блядь!
нахуй, парни. Я что-то охуел. Блять, ебать я. Бля, короче, надо настроить. Короче, мы настроим бота, который будет перекидывать в Рому без стрима, блять. Это Вадим, пиздец. Вадим, что... Ну я случайно зашел, хорошо, ребят. Без... Снимаю ниже, поставь, потому что я как без стрима выглядит, блять. Да, снимаю. Да, снимаю. Да вы че, вообще слепые? А давай так сделаем, бота такого, чтобы снимать трусики. Сползай, Лена. Давай, 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 торги, 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 хочу выиграть. Все. Так, ребят. Ничего не было слышно, Ром? Да, не было ничего. Давай, Ром. Я просто типа не увидел. Ром, думал, фиксируй. Я только потом заметил. Все, вот так лучше вам? Там было, да, слышно, брат, что бустер питбуля хотел купить. Возможно, кстати, 20 гахов. Все, окей, ребят. Давайте, смотрите. Начальная цена у нас, ребят, $300, шаг у нас 200. Давайте. 2000. 2000 шаг. Злой для 2000. Сколько? 2000 злой. Раз. 4. 4000 Авилон, раз. 5000. 5000 бустер, раз. 5000 бустер, два. 5000 бустер, три. Продано! Халява! Халява! А что я сделал? Поздравляю Славяна, блядь. Хорош! Поздравляю Славяна с очередной покупкой, блядь. Слава! А прикиньте, что все будет. А что случилось-то, я не понял. Ты урвал за пятерку. Нет, кстати, ну сейчас посмотрим по ценам. Слав, впереди еще 18 контейнеров, у тебя нет денег. Так я сейчас смотрю, смотрите, как бабок золотая, завидуйте молча, нахуй, слюнки пускайте. Их нельзя будет тратить. Да. А нахуй мне лжи тогда, блядь. Ну это твой профит, я же сразу объяснял. Ебать гений, блядь. Бля, я заговорил. Слав, надеюсь, то, что... Не, Слава умничка. Давай, 3500 максимум. Хорошо, Слава. Давай, открываем, Ром. Давайте, начинаем продавать. На, блядь. Ты говорил, Марк, по 200 пустая. Баксов они стоят. Братан, пиздец. Бля, я там вообще... мопед дорогой. Давай еще бабла! Нормально, кстати. Ну, да нет, это не опыт. И эта хуйня может стоить сколько? Бля. Ну что, Слава? Может, это винтажный Астон Мартин? Он $25 стоит. Бля. Поздравляю, Слава. Ой, блядь. Поздравляю, Слава, цена твоего контейнера 3215. Нормально, нормально, нормально. Марк, я прям сказал, до 3200 торгуемся, он 3215. Охуеть. Видишь, не уходи, красава. Да не пизду. Да не пизди, блядь. Фруктуска, давай поменяемся. Уходи, красава. Не-не-не, все устраивает. Хорошо, хорошо, нормально. Окей. Не расстраивайся, не давайте следующий контейнер. Давай. Сколько у Славы денег осталось? $8000. Это не у Славы, это общий семейный бюджет. Так, хорошо, ребята. Так, следующий контейнер. Сейчас я вам читаю описание. Это бытовая техника, магазин бытовой техники. Бля, после ревизии решил некоторые товары из складов продать на аукцион. Бля, в этот улыним, бля. Дядь, бери за пятерку, мы не будем даже бороться. Ты слышишь меня, алло? Дядь, где срочно мувни? Послушай, ты где? Да, да, да. Здорово. Давайте, я у вас остаюсь. А, так, ребята, чё... У нас? Да, да. Смотри, короче, тема такая. Какая история? Тихо, подожди. Пока у Славы есть деньги, нет смысла торговаться. Короче, мы начнем с третьего контейнера. Когда вот три контейнера пройдет, я думаю, этот сейчас он заберет за семерик на халяву. По скидке, блядь, в Эльдорадо. И там мы сейчас будем этот, блядь. Он сейчас будет до последнего, нахуй. Мне кажется, знаешь, если сейчас я ебну 8 тысяч, он только за девятку забираю, блядь. Ему вообще поебать. Короче, он так понял, у него что... нет девятки. Нет, короче, проблема в том, что Слава понял, что победа в этой игре — это выиграть контейнер. А там похуй, любой ценой, блядь, за любые, нахуй, деньги, блядь. Еще смотри, с четвертого контейнера он будет просить добавить налички, блядь. В принципе, ты можешь, короче, смотри, мы согласны будем, пусть он добавляет просто, и все 18 контейнеров вообще ему, блядь. Можно его наебать на бабки. Ладно, короче, хорошо. Мы за это бороться не будем, потому что это хуйня ебаная. Ну, то есть, типа, это больше лотерея, чем предыдущие даже контейнеры. Окей, есть, я ну, вас... типа, это такая параша. А байтить будете пытаться или нет? Байтить, ну, да, ну может быть, до трех, ну, тоже до трех, да. Мне кажется... Будет дорого, мне кажется. Да. Ну, смотри, ну, смотри, вот этот картер, сколько вот этот холодильник пылесос? Стоит? Ну, $1000 он должен стоить. Нет? Такой вот. Это же большой холодильник на две ручки, вот такой. Да. Да. Чуть меньше 1000 баксов, 2 баксов 500. Блядь, с этим, с голосом что-то. Нихуя себе, посрался. Стиралка, я думаю, баксов 500. Окей, я вас примерно понял, тогда я пошел все, дальше. Хорошо, спасибо, да. Пошел ты. Пошел я. Алло. Здорово, Слава, поздравляю со вторым контейнером. Брат, спасибо. Сейчас в следующий раз ты будешь поздравлять меня с третьим контейнером, который меня нахуй озолотит. Слава, ты просто будешь потом сидеть, блядь, и смотреть, как все играют. Может, остановимся чуть-чуть, посмотрим, аккуратно поиграем. Не-не, Слава, тут так не работает. Не-не, работает.
Блять, ну я тебе, блять, ну вот ты, ладно, два раза я приебался, но все мы знаем, не, что ну, бог, третий, бог да. Троицу любит. Ну денег же не останется, 18 контейнеров еще. 17. А можно послушай, именно я... для нашей команды вот эти 5255 перевести, ну, в наличку? Нет, нельзя. Обналичить как-то точно нельзя, ты уверен? Нет, нельзя, потому что я сразу вам объяснял, это ваш профит просто. У вас как-то похуй на деньги вообще, просто чуть-чуть. Давай разменяем один к двум. Просто два кайса накинем, мы заново реабилитируемся. Так, хорошо, ребят, вы будете, я так понял, вы будете дальше играть, да? На контейнерах. Ну, он нам нужен, блядь. А зачем? Да-да-да, стиралка, ну, дохуя стоит. До скольки вы играть будете? Холодильник ебанутый, блядь, ну, вообще нахуй. Да, холодильник, смотри, а за холодильником, который лежачий холодильник, там еще что-то лежит, видишь? Холодильник, топовый, цена. Так можно делать в гугле? Ну, лучше не гуглить. Ладно. Хорошо, ребят, я вас тогда оставляю. Алло, здорово. Короче, Ром, срота такая, мы сейчас даем 4000, пусть бустер на 8000 перебивает и заканчивает свою игру, блядь. Понял. Типа, это пиздец, я думал, злой ебаный. А злой сейчас аккуратно играет, ты видел? Он сразу сказал, я бустера забайчу, типа, чтобы бустер потратил 5000, так и случилось. Так я так же сейчас сделаю, блядь, пошли они нахуй, пусть сидят АФК играют. Окей. Не, а мы, ну ты реально до 4? Ну сейчас побайтим, посмотрим. Окей. Хорошо, я вас понял. Просто Артур. Запустится... Да. Поздравляю, как ты и говорил, Артур, тактика сработала. Ты видел, как я лоха забайтил? Да, да, все видели. Я же говорил, я гений, брат. Ладно, смотри, сейчас мы будем байтить Эвалона, потому что я вижу, что он слабый, тоже в торгах очень, типа, мы сейчас съебнем цену небольшую, типа, за это, потому что я не думаю, что она стоит больше 3000, ну, даже меньше. Максимум, да, да. И ты же говорил, она ревизорная. И, что ревизорно? Ну, ревизия была, типа, техника, и вдруг она, блядь, поломана, ты сейчас там цены так хуёвые. Нет, такого точно не будет. Мы сейчас попробуем бахнуть 2500 стартом и просто забайтить на лоха опять. А если нет, мы заберем, я уверен, что мы окупимся. Все, вас понял, давайте просто... тогда собираемся. Да, давайте. Так, блядь, это не комната без стрима, блядь. Да, тут все нормально. Уберите вот эту красную хуйню, блядь, она так путает, пиздец. Какая? Вот это вот здесь снимаю. Блядь. Окей. Так я и сделал ниже уже. Ребята, стартовая цена данного контейнера у нас $400, шаг 200. Угу. Погнали. 2500. 2500 злой раз. 5000. Да долбоёб! 3000. 5000 бустер. 5000 бустер раз. Что, Виша, что? Ань, что ты сказал? Не-не-не. Нет, я не слышал, что Ань сказал. Не, я думала там 2, а уже 5. Когда аукцион, если ты говоришь сумму, она сразу засчитывается. Я говорил, уже не важно. Ты уже сказал, пацан сделал. Кто перебьет? Свобода? 5000 бустер раз. 5000 бустер давай, два. Давай. 5000 бустер три. Три контейнера выиграл. Вот это красава. Слава игру выиграл, кстати. Слава, ты в курсе, ты никуда не уйдешь, если все деньги проебешь, блядь. Будешь сидеть ждать. Пока. А золоти меня. Я родился в год золотого быка. А, ебать, это слово охуенно придумал. Сейчас ты купишь три контейнера себе. Да он купил, смотри, три самых дорогих контейнера. Он слышал, три дорогих контейнера купил и все. Нет, нихуя, так не работает, блядь. Да не, мы. Не, а что, ну он три самых дорогих контейнера забрался. Слав. Это самые дорогие были? Слав, а ты видел во фриках инстаграм чела? Кстати, Рома ни разу не видела контейнера там дороже, типа... чем 4К, по-моему. Ну, такие контейнеры это могут сломать просто. Слава, глянь ВК. Глянь ВК. Ну, а могут это... сегодня такие быть. Это не твой инстаграм? А где член, я не понимаю. Ищи на каждой картинке, он видит. Слава, ты прочитал мое сообщение? Там где рука. Слава, Слава. Слава. Все, ребят, мы играем? Прочитай. Смотри, тирамису хуй от сосун. Последнее, смотри. Сейчас, я смотрю на члены. Меня просят, дай строго 16к отдельно, блядь. А как он себе в залупу... Дай мне 16к отдельно, согласен. Везде, рели везде хуй, подожди. Да, посмотри, у него типа в руке... Ребят, мы играем или нет? Да, давай. Ты посмотри, как он булочку или как-то залупой придерживает. А за стаканом ты не видишь? Нихуя. Поздравляю, ребят, с очередным. Ну что, тоснули нас? Хорош, Слава. Дядь, три контейнера твоих уже. Ты считай, игру прошел. Блядь, я не знаю, я бы реально строго дал бы тоже отдельные деньги, нахуй. Кто против нас? Не, Слав, ты красава. Я помню начало стрима, когда я говорю,
Я хочу поиграть со Славой. Слава богу. Слава богу, да, реально. Чё ты, блядь? Где сейчас заработок? Скажи. Хорошо, ребят, давайте следующий контейнер. У меня 8925. Распаковываю следующий. Ключевое слово. О, это наш, бля, кокос! Ребята, после того, как пара вернулась из горнолыжного курорта, она решила выставить ненужные вещи на аукцион. Так они оказались в этом контейнере. Смотри, там снегокат сзади. Снегохуй, блядь. Так, ребята, расходитесь. Расходитесь, ребята, блядь. Мы как через свои ёбки останемся просто тут. А мы посидим. Так, короче, у Славы есть... Артур, выйди. Нахуй, выйди, Артур, уёбище ебаное. У Славы есть 3000 долларов. А, у Славы есть 3000? Блин, ну хотя, в принципе, смотри. Мне кажется, он не будет ничего покупать. Смотри. Тебе кажется, блин. Тут, смотри, тут, короче, несколько кейсов было по 3000 долларов. Угу. Я не думаю, что это тоже 3000 долларов. Типа, это максимально странно. Типа, мне кажется, что тут что-то... Тут какая-то маленькая сумма. В принципе... А, это фирма, да? Picture. Блять. Ну, это эти сноуборды, да, какие-то? Или что это? Да, да. Нет, это... Нет. Или сноуборды это? Просто... я тебе сейчас скажу, секундочку. А, это чехол для сноуборда. А, просто чехол, там сноуборда нет. Ну да, скорее всего. Мне кажется, это вообще дешевый контейнер. Но никто не знает, может, там где-то есть сноуборд. Соломон, балабон, блядь, что это за хуйня? Я не больше косаря бы дала, слышишь, Вадь? Ну, типа, 100%. А мне бы дала? Ну, ребят, я вас не уверяю, что там нет сноуборда, так что, хорошо, я вас услышал, давайте я иду дальше. Хорошо, давай. Здорово. За место шоу надо, да. Что вы думаете? Мы думаем, что, блядь, это вообще хуйня, и там ничего нету за коробками, как минимум, там даже просветы видно, за ними ничего нету. Либо там может лежать еще одна какая-то дорогая доска. У меня вопрос, что это за красная хуйня торчит, Ромчик, слева? А как ты думаешь? Какая-то щетка, блядь. Хуй знает, какая-то щетка, не совсем. Мне кажется, это какой-то домкрат, какой-то... Это может быть люлька, типа на которой на горнолыжных склонах трупы увозят? Да, ладно, ребят, я пошел дальше, блядь. Пиздец. Здорово, ребят. Короче, смотри, как видишь, я лоха, развожу пиздец, нахуй. Ну, типа... Ну, не ты один, всего? Будем честны, там, ну, все да, его разводят. Ну, будем честны, кому да, не лень, все его разводят. Договорили. Все разводят лоха. Нет, Марк, иди нахуй. Все разводят лоха, но не суть. У меня план простой, я... подожду немножко, пускай подсольют бабок и начну все скупать. Но дело в том, что в этом контейнере я уверен, что тут 4000 минимум, блять. Потому что за... если это альпинисты, у них есть снаряжение для альпинизма. И горнолыжка, вся хуйня. Кемпинги у них, лопата у них не зря, чтобы лопата нахуя, ну, чтобы откапывать снег или что-то другое. Это точно лопата? Не суть. Да, это лопата, скорее всего. Или же санки, блять, я ебу. Хорошо. Или... Так вот, я думаю, я начну с 3000, а дальше посмотрим. Окей. Давай. Алло. Ты хуй. Ой. Здравствуйте. Здорово. Слава, что вы думаете? Здравствуйте, здравствуйте, Ромочка мой, ну, сладенький. Давай начнем с того, что не вы думаете, а что Слава думает. И вот Бартан, я тебе так скажу, я на рынке, блядь, с 95-го года, блядь. Mm-hmm. Я такую хуйню, блядь, просто вижу, блядь, за версту, нахуй. Этот контейнер... не несет никакой ценности. И поэтому ты его потому купил, что да? У нас, может, потому что у нас нет 5000, блядь, чтобы сразу сказать 5000 и забрать говноконтейнер. Вот то, что у нас нет 5000, это вопрос, блядь, к организатору, нахуй, который, блядь, мало бюджета выдает. На торги, блядь, что вообще, в принципе, нецелесообразно, нахуй. Прошу вас накинуть, блядь. Хорошо, ребят, я вас всех услышал. Давайте собираемся в комнате. Ну вот еще один. Алло, заходите все. Ну все, здорово. Заходите наверх. Короче, Слав, ребят, у меня... Проблема в том, что у тебя всего 3000. Ребят, у меня баланс? Весь чат заспамлен, блядь. А может дадим за строго отдельный, блядь, типа... Чтобы... Нет. Потому что это пиздец. Ты охуел злой, блядь? Нет, дай строго ты мои в команде, три штуки. Ты чё, блядь, команду нет, свою бросаешь? Нет. Просто ты чё, типа... Ты кидонёшь, знаешь, блядь? Что ты можешь сделать, Ром? Mm. Ром, ты можешь сделать просто вот этот их профит, им добавить просто. Да, к общему балику. И мы разъебем. То есть три контейнера ушли в никуда, да, и они начинают новую игру просто с меньшими. Охуенная игра, Вадим. Нет, дай нам, брат, стой. Бара, давай так, отдай нам просто вот половину денег,
бери. Не, блядь. 4500 и все. Когда я, блядь, первый раз пятерку забил, никто мне никаких. Не, смотрите, если все участники. Какой ты нытик ебаный, блядь, злой. Какой же он плакса, блядь. Короче, ребят, я предлагаю действительно, если все команды согласны, то я могу просто их 8900 добавить им в балик, и у них будет профит 0, но меньше всех денег. Я согласен. Дядь, когда я. Да хуя тратил, никто мне поплатил. Хорошо, зло. А бля, думаешь, какой ты нытик, все, ебаный. Хорошо, на Артуре. Зло тоже можно понять, это бизнес, что вы блядь. Огрызаете. Это бизнес, давай, иди до 17 контейнеров, еще, до, просто мне это до хера, блядь. Это хорошо, бизнес. Все, зло не согласен, я спросил всех команд, тогда а давайте. Похуй, что он не согласен. В смысле похуй? Ничего, мы так выиграем, братан, мы так выиграем. Мнением. Строго не волнуйся, у меня давай, все давай, открывай, блядь, давай. Блядь, ты слушаешь человека, у которого аниме, блядь, картинка набита нахуй на руке, блядь. О, а что пиздец. У него реально на руке аниме? Да, блядь, чёлка, и штрих, и код его, блядь, и штрих-код, который не работает, сука. А, я думаю, трих-код? Так. Просто код. Ладно, про трещку. А у тебя вообще на жопе, Вадим, тебе сюда вот набито. Так, ребят, стартовая цена за этот контейнер $100, шаг $100. Тут пиздел, блядь, ты чё за пеликана заступил? 500 марк раз. Да чё злого, блин, обижаете, не обижаете злого. 2000, 2000. 2000 злой, раз. 2200. 2200, Аня, раз. 2200. 2500 злой, раз. 2500 злой, два. А он то знает, блядь, 2500. 2600 марк раз. 2600 марк 2. 2700 злой раз. 2800. 2800 раз. Забирай, не слышишь. 2800 2. 2800. Разойдитесь, ублюдки. Кто-то сказал, что ты не услышал. 3000! Чел пишет, похуй на зло, на аниме не пизди. 3000 раз. 3000 2. Разойдитесь, твари. А кто сказал 3000? А кто 3 сказал? Угадайте, 3000... Бустер 3 продано, блин. А, нет смысла, наверное, ему добавлять, потому что он уже въебал все деньги. А нахуй мы вообще совещаемся, если он все равно забирает контейнеры, блядь. Они мои, блядь. Я свое забрал, я уеду с ним. У меня хороший заработок. Ну-ка, продемонстрируй мне. Хорошо, ребята. Не, у него же может еще быть профит лучше всех, если кто-то проебет. А, он может выиграть. Ну что там, дохуище? Ёптва, а че это за хуйня? Блядь, это вот этих в детстве, короче, вот так пальцами делает. О! Чё? А, 2 на 8, я думал 0 пропущен, я думал 0. Я думал 2000, блядь. Ёб твою, блядь! Бля, точно, это для пальцев. Ой, блядь. Я же говорила, ты полторы... Поаплодируйте! За сколько добрался? Джордан Белфор! За сколько добрался? За трёшку? Сам запускай. А всё, у Славы не осталось денег? Да. Строго все, наигрался, Слава. Блядь, пиздец. У Славы с Ваней. Блядь, мне строго жалко, пиздец. Слава, Сав, ты за меня... Хорошо, я предлагаю, можно сделать так, что мы просто Ваню все в команду возьмем. О! Типа, Слава наигрался, а мы все а Ваню пускаем. Ну, просто команда... Да, давайте. Успешный трейдер, Бустеренко. Ну, смотри, смотри, давай так, этот, строго не сделал ни одной ставки. Да, вообще. Все сделал, типа, Слава. Мы просто возьмем к нам Ваню. Мы совещались, блядь, не совещайте. Да, ты пиздишь. Он меня заставил, блядь. Мы совещались до 5000. Нет, совещание было такое. Ты пиздишь. 3000 максимум, Слава, блядь. Хорошо. Блядь, у меня в эти моменты очень сильное напряжение качает. Давай следующий, Ром. Сэм! Минус один кент. Сэм! Я понял. Нет, тут фишка заключается в том, что типа тут поебать. Вот мы когда с Наташей тоже играли, она хуярила рандомные цифры, потому что у нее, блядь, этот синдром Турели. Хорошо, я поставил. А ты как бы не можешь ничего сказать. Я вам Ваню добавил в команду, да. К вам Ваню. Слава, только не выходи вебкой, пожалуйста, если ты там что-то будешь заниматься. А ему например, похуй. Сексом. Что-то я пригрустил, может, баблишку покинешь, ты реально. Нет, не покидай. Так, ребят, понятно. Помнишь, что я сказал? На четвертом контейнере. Какая реклама рейда? Предложит докинуть. А реклама рейда не знаю, брат. Еще. Надо срочно на народ в клан набрать, братан. Там как. Так, ребята, следующий контейнер. Контейнер загадка, ребята. Да. У нас стартовая цена. Блять, вот это мой был, блядь. Да еще хотим как-то. Посмотри на него. Ребят, старт. Давай. А, сейчас я вам прочитаю. Будем контейнер. Артур. Да, тут мы сейчас... Чех не охуенные типы. Я видел, брат. Смотрите, да. После того, как таксиста уволили, он решил забыть свое прошлое и выставил это на аукцион. Что он 2000. Выставил? Ребят, секунду. У нас аукцион, смотрите, у нас с нуля начинается аукцион, шаг $50. Серег, зайди в ДС. Все, давайте, аукцион начинается. Тысяча. Глянь. Тысяча злой, раз. Тысяча злой, два. Тысяча злой, три. Тысяча сто. Тысяча сто раз. А, ты три сказал, уёбище! Ну, по факту, я не сказал продано. Я не сказал продано. Он сказал три, я услышал. Я не сказал продано. А, конечно, строго...
1100 раз. Все, сиди не выебывай. 1102. 1300. Строго, давай по моей методике. 1300. 1400 раз. 1700 раз. Хорошо, забирай. 1702. 1703. Продано взломом. Все контейнеры были по 3000, сейчас было за 1000. То есть, мне кажется, должно быть мало как-то. Так, там машина может быть. За 1700, да? Секунду. Какая машина? Мне кажется, там какая-то игрушка. Там елочка, блядь, вонючка, нахуй, сиденье, блядь. Так, секунду, я... Детская игрушка. Приятно, Питер. А дальше меня было спросить, братан. И вишня. Да, приятно. Что, да, приятного, Слава? Питер, ребят. Спасибо. Приятно. А сколько у вас максимально контейнер стоил? Спасибо, мужики. Ну, в первом выпуске что-то 7 тысяч было там мотоцикл. Мне кажется, там какая-нибудь хуйня, типа рации. Я думал, там по 100 тысяч! Я загуглил, холодильник 1 000 000 рублей, блядь, был! Я и ставил такие бабки, блядь. Я охуел, в смысле, гуглил. Да, самое главное, я ему говорю, не гугли. Сейчас, Артур, как ты думаешь, что там будет? Брат, у Вадима цена изменилась. Ой, блядь. А, потому что у вас копирован, да, сори. Давай я тогда тоже заново, 16 тысяч. Хорошо, тебе не мне, 15, блядь. Так, секунду, ребят, блядь, у меня технические неполадки. Тебе не мне, 0. Опа, это мне-то 16. Открывай, брат. Артур, вот как ты думаешь, что там может быть? Ага. Предположение. Ебаная фуражка за 100 долларов. Что таксист мог с собой забрать? Мне кажется, какую-нибудь рацию, блядь. Там, бля, алмазы, нахуй, он с шахты ехал. Хорошо, я открываю. Колесо дырявое. Блядь, я же говорила, это хуйня, которая вешается, блядь, на такси. Кто это взял? Блядь! Ебать! Я бы эту хуйню 1010 садил, блядь. А чё строил? Оля, извини. Да ладно, все нормально. 20-ник, бля, урвал её. Победы, фактически. А ты Вадиму развел на 1700. Бля, причем я так и думал, что типа, ну, все было по 3000, потом было 1000. То есть должно быть типа супер мало. Вадим, мои контейнеры полностью это... Злой, злой. Теперь ты можешь воспользоваться этой хуйней. Хорошо, ребят, следующий контейнер. Посмейся, брат. Антикварная лавка после своего закрытия за долгов выставила все товары на аукцион. Ой, дорогущая хуйня. Это винтаж, я считаю. Пушкинская мебель, блядь, из Икеи. Давайте, расходитесь, пожалуйста, по комнатам. Бля, ну, если честно, там... ну, кстати... А, нихуя. Тише. Так, давайте я сначала у вас буду. Ну, я думаю... Бля, я хотела бы скипнуть это. Скипнуть? Не знаю, что ждать, да? Не, кстати, это может быть очень дорого. Может быть дорого, но может быть долларов. И очень дешево, да. Да. Ты хоть тут поймешь. Ебать. Я бы скипнула. 20 долларов, сука, ебаный синий. Плюс 20. Блядь. 1000 баксов, ладно, хуй с ним. Ну, можем скипнуть, да. Ром, мы, я, наверное, будем скипать, но мы 2000 закинем. Окей, я понял вас. Ребята, что думаете? Рома! Там он еще картину за креслом я увидела. Да! Опа. Ну, короче, да. Дорогая. Ты... А, точно, Марк, ты же в галерее работал. Да. Сколько дадите? Ну, до 2 точно будем. Дальше посмотрим, 2500, может. Окей, я вас понял. Тогда я иду дальше. Давай. Здорово, команда Иллюзия. Здорово, я устроился финансовым аналитиком. Скажи, пожалуйста, Макривский, это может быть реплика? Нет. А, хорошо. Ну, антикварная лавка. Ребят, проанализировала Авито. Была реплика в предыдущем, да, по-моему, если я не ошибаюсь, Ром? Тоже были какие-то такие картины, и это было типа просто... Нет, картины. Вадим, ты должен понимать, что не все картины стоят там миллионы. Да. Антиквар это не там какие-то, мебель, блядь, Пушкина. Этот, известные Ломберный художники стол. Могут. Блин, я, если честно, даже понятия не имею, сколько это может стоить. Сколько может вот этот шкаф обосранный стоить? Мне кажется, тут нихуя вообще. Нихуя ничего не стоит вообще. Нихуя вообще. У меня чат пишет, бустеру бесконечный баланс, пожалуйста. Давай я буду всех нахуй вырывать. Или устрой меня финансовым аналитиком. Давай, Слав, можем вместе ходить. Давай, Слав, дай нам аналитику по этому кейсу, пожалуйста. По чемодану. Ой, по чемодану, говорю. По вот этой хуйне, которая за... Не, на самом деле, ребят, по проебу злого сейчас можно сказать, что у Славы есть шансы выиграть. Ну, типа... Смотри, небольшие, но есть. Рассмотрев структуру материала этого мебельного изделия, так. Я могу с точностью заявить, что данная мебель является мебелью из усадьбы Александра Сергеевича Пушкина, в которой он со своей няней проживал в молодости и заканчивал Царско-сельский лицей. Это та самая мебель, которая стоит около 5 плюс тысяч долларов.
Но в рамках этой игры. Я считаю, что в нее надо инвестировать максимум. Хорошо, это максимум. Пожалуйста, дайте мне слово на аукционе. Я сделаю так, чтобы ваша команда пришла к выигрышу. К сожалению, не могу. Ребят, заходите. Заходите. Это кейс, и он типа рассказывает про этот кейс. А мы делаем выводы. Так, ребят. А то он нахуй бесполезный сейчас будет. Я сейчас... Просто дай мне слово. Когда попросишь вашу команду, я все скажу. Ребята, стартовая цена. А тут никто не будет спрашивать нашу команду. $100, шаг у нас идет 200. Так, я представляю вашу команду. Хорошо, беру. Слава, ты меня убедил. 2000! 2200. Слава, ты... Не, Слав, нет, так не работает. 2002. 2200. Подожди, тихо, не слышу, что говорит. 2200 Наташа сказала, я прав? Да. 2400. Ну, она первая сказала. 2400 Марк раз. 2400 Марк два. 2600. Блять, 2400. Говори, говори, это! 2600, давай! 2400, продан. Так я же говорила. 2600! Сука, не перебивай, блять! Да не, нахуя, да похуй. 2400 продан. Это, блять, дорогущая уебища. Там еще картина за креслом. Вот там картина! Ой, блядь. Картина за креслом. Послушайте меня, я этот рынок знаю, нахуй, с детства, блядь. Да я видел, блядь. 5000 минимум. Давай, так, смотрим. Так, секунду, я отниму. Разбирайте, блядь, и плачьте, нахуй. Давай. Так, сейчас Марку денежку. Сколько ты, за сколько ты взял? Хотела. За 2400 он взял. За 2400, за какой дешман. За 2400, это... за 2400 это нормально. Пушкин улетел за сколько? За 600, нахуй. Нихуя. Это за 300, блядь. Класс. Стулья. М-м. 400. За 400. Шкаф 500. М-м. Ваза. По 200. Класс, набрали, пиздец. Ресто, класс. Молодец, блядь. Я же говорил, блядь, красавчик. Хочу лохи. Нет, типа, это не должно было стоить все по $1000, типа, ну, никакого хуя. Ну да, вы можете. Хорош, Марк, нормально. Вы, может, путали там какие-то картины для художников и антиквар просто. Я их оставил, дядь. Все, давайте дальше контейнер. Я вовремя все разрулил. Да-да, блядь. На так, говорит, 600, ебать. Ребята! О! Так там сапфир, ебать! Ебать. Вадим, это ты нас камил, блядь. Тут я знаю. Сапфир, блядь. Так, Слава, сколько бы поставил здесь? Секундочку, я вам считаю. Сапфир. После смерти охотника домик пришел, остался никому не нужным. Его нашли местные отдыхающие, содержимое решили продать. Давайте, расходимся. А зачем ему бронежилет охотнику? В смысле? А вдруг, блядь, медведь начнет стрелять? Да вдруг медведь с автоматом, блядь, и с балалайкой, блядь, выпрыгнет. Вдруг заяц, блядь, с калашом сидит. Слава, давай, так, мы остались здесь. Чтобы грудак не пробивать. Так, разойди. Я расскажу. Это ваша команда. Да, это наша команда, новая спечатка. Это камуфляж нового образца пиксельного после утверждения министерством, ну, короче, Шойгу. В общем, это в СКС. Федерации. Смотри, Слав, мне очень важно твое мнение по поводу ножа Сапфира М9 Байонет. Вот этот вот. Смотри, $8100 он стоит. Он не стоит больше $100. Я тебе так скажу, это пустышка, возможно, вообще какой-то просто муляж, потому что, ну что это за хуй? Настоящие охотничьи ножи. Смотри, зато я сразу могу, знаешь, что заметить? Похож на твою футболку, кстати. Видеокамеру. Это бинокль. Это где? Вот это функции слева, это видеокамера. Бинокль. Нет, там нет функции видеокамеры. Разъем для флешки, приглядись. Это сразу добавляет цены два раза сверху. Где он разъем для флешки, блядь? Где тогда? Видишь крышечку. Справа, блядь. Видишь крышечку, не пизди. Нет, это контейнер хуйня полная. Вы послушайте меня. Тут реальная стоимость, смотрите. Реальная стоимость? Ремень с карманами. Угу. Сколько? Где ремень с карманами? Блядь? А вон для батончиков, нахуй. Это для гильз с патронами. Так что, ребят, вы будете играть на него или нет? Кто для вас главный конкурент сегодня? Не, хуйня полная. Слава. Сапоги Эко. После Славы? Все, больше никого нет, блядь. Ну а рюкзаки, подожди, тут у Лима амуниция есть. Лимонка, блядь. Какая лимонка? Какая лимонка, блядь. Приглядись там в углу. Дорогой, блядь, короче. Да не, это хуйня. Это пить воду, скорее всего. Без проблем. Слав, у тебя еще ни один из контейнеров не был дешевым. Все дорогое, пиздец. Окей, ребят, я тогда пошел дальше. Так а нахуй тогда контейнеры вообще? Так, ребят, здорово. Здорово, Ром. Да, дешевый, блядь, контейнер. Это, во-первых, не бронежилеты, а просто эти хуйни, в которых там ножики складывать и так далее. Не знаю, 1500 максимум, чтобы хоть какие-то контейнеры были, но не больше. Ну, армейская, в принципе, все. Так это даже не армейская, это охотничья. Сказали же, что это охотники, там, где, блядь, там бинокль, может быть, дорогой, который лежит. Ну, бинокль максимум. Бустер сказал, что это видеокамера. Я понял. Так, окей, я вас понял. Здорово. Здорово. Чё думаете? 5000 минимум.
Почему? Да. Там оружие. Там оружие, ствол. Нашли, да, все-таки что-то? Да. Угу. Хорошо. Я вас понял. Давайте, собираемся наверх тогда. Ребят, собираемся наверх. Okay. Соскользил, и ты в дереве. Да. Вадим, сколько нож стоит? 800. Ребята. Ребят, меня не ценят как аналитик. Мне кажется, это не сапфир, это просто синенький. Какой нахуй сапфир? Сапфир — это вообще скин в КС, блядь. М9, байонет, сапфир. Ребята, М9, байонет, сапфир. А это знаешь, что может быть? Это может быть М9, вот этот blue, как-то полосы. Да похуй, давай ставки. Секунду, я смотрю, сколько он стоит. Какая минимальная цена? Цена 200, шаг 100. 300 беру. 300, да. $300 400. Раз. 3000. $3000 раз. Все. Я забираю. Долларов два. Забирай. $3000 3 продано злому. Забирай. Он выиграл. Ребята, злой единственный на обсуждении заметил что-то за вот этими, блядь, жилетиками. Я заметил за рюкзак. Там фляжка, блядь. Не, фляжка справа, там оружие, вон дуло. Так, ну а купит ли его это? О, ну, кстати, может куртка быть. Куртка так дорого. Молодцы, блядь, смотрите нахуй, плачьте, блядь. Ну вот глок. Я говорила тебе. Но так он глок. Дешевый. Плачьте, блядь, нихуя он дешевый, $1000, блядь. Не, там не, еще, не, по-моему, сзади. За... Пинокль самый дорогой. А. Там еще что-то сзади. Она хуйню стоит, Это дерьмо. Ебать! Это дерьмо. Так, блядь! Это дерьмо. Ну как, блядь, ну почти угадал. Что здесь каждый контейнер еще ни один не окупился? Так да, это вы, блядь, потому что вы хуярите. Потому что вы так играете. Мы, типа, просто говорит 3000. Мы до этого добавляли по чуть-чуть, а типа злой 3000. Типа окей. Уже нет смысла торговаться. А было поменьше. Мы раньше контейнеры, которые по $3000, мы за 1100 урывали. Да, было такое. Да, в той игре. Не, ребят, не со мной. Нормально. Сейчас бабки закончатся и нормально пойдет у нас. С кем? Так, хорошо, ребят, давайте следующий контейнер. Контейнер музыканта. Известна поп-группа из-за конкуренции потеряла свою популярность и распалась. Все приспособления студии были выставлены на аукцион. Популярная послушайте группа? Меня сейчас, послушайте меня. Известная группа. Это очень важно. Муньте быстрее. Ну, уже неизвестно. Фруктоз козлой. А если давай присмотреться, сам. Это пианино принадлежит, знаете, кому? Кому? Пол Маккартни. Именно Пол Маккартни. Пол Маккартни же играл на пианино. Короче, блядь, слушай. Бетховен, ну, блядь. Если присмотреться, блядь, группа известная так была, да? Да-да. Вон, походу, знаешь, называется Стэг. В прошлом она распалась. Не рубит, она распалась, не рубит. Но она распалась. То есть в прошлом, то есть еще ценился антиквариат. Естественно, что мы имеем сразу? Отвечать. Что мы имеем? Мы дорогущую имеем аппаратуру, блядь, бывшей да, поп-группы. Топовой, да не блядь факт, да не факт. Типа, блядь, музыку делают и на хуйне. Посмотри, вон Моргенштерн. Led Zeppelin, слышал? Слышь? Led Zeppelin. Это я, Лионель Месси. Led Zeppelin. Zeppelin? Не, смотрите, там... Что, ребят, вы хотите брать? Вы просто услышал такое удивление? Нет, смотрите, там за барабанами. Там сзади установка, да. Да, музыкальная установка. Да, но она... Музыкальная установка, блядь? Нихуя! А сколько пианино стоит? Ну, мне кажется, дохуя хуйня. 1500, мне кажется, ёп стоит не больше 1000 баксов. Да, не больше 1000 косаря. Да ну, блядь, ну как... Марка 12600? Почему 12600? Он 2400 потратил. А, да, 12600. Стрёмная хуйня, если честно. Марк 2400 потратил. Я бы дала 1500. Ну, да, не, все правильно. Все правильно, Рома, а тебе бы раз 5. Так, хорошо, ребята, я вас услышал. Здорово, рот с вами Финрагот. Да? Брат, смотри, 2000 сходу ебашу, а потом посмотрим. Нет. Не боишься ошибиться, злой? Ну, вот сейчас ошибочка же была. Бля, я бы так и не рисковала на самом деле. 2000 я бы максимум. Это злой, может, помни, это командная игра, это командная игра. Это может окей быть дорого, а одновременно типа дешево. Ну, 2000 это максимум. Выглядит это максимально дефолтно. 2000 это максимум, ладно. Угу. Согласна или нет? Хорошо, вы в описании там, ну, что-то подметили для себя там? А повтори, типа... А уже не могу. Ну, там какая-то группа распалась, но... музыкальная. Ну, там было одно ключевое слово, которое другие команды подметили, но, к сожалению, не вы. Тогда хорошо. Алло.
Алло, Ром, короче, барабаны стек 322, насколько я знаю, они стоят где-то $800. Вопрос только в том, есть ли гитара в чехле, блядь. Хорошо, гугл на коморе. И что есть за пианином, и там еще стоит усилитель за... Как я мог модель барабанов загуглить, сука, дэрофлю? Сука, дэрофлю. Смотрите, у нас уже было со сноубордами. Вспомните, просто было у нас со сноубордами, то есть в чехлах они были. Тут, ну, не знаю, ребят. Можете смотри, рискнуть? Еще за барабанами стоит усилитель, возможно, за пианино что-то есть. Угу. Да. То есть ну, вы короче... будете играть? Да, да, мы будем играть, мы забираем. 12600, олень, чел, ты улетаешь нахуй за плохую математику. Давай завтра в школу, блядь, съебался нахуй и отними от 16 2400, блядь. Еблан, блядь, тупорый, термач ему нахуй. Не, я ему на 24 часа дал. Все, хорошо, ребят, давайте тогда собираемся. Давайте, ребят, собираемся сверху. Давай. Боялся взять Натаху за руку. Давай, давай, сразу торги, мы забираем его. Ребят, стартовая цена $300, шаг 200. 1500. Ром. 2000. Ром, что? Ну, что? Я предлагаю в одном из контейнеров продать бустера. Так, еще раз. 3000. Заново, блядь. Я куплю его алыном, блядь. Окей. Давай заново. 3000. Стартовая цена $300, шаг 200. Да, блядь, на 3000 поставила она уже. 3000 генцуха 1. Да, ставь, ставь генцуха. 3000 генцуха 2. 3000 генцуха 3. Мафия. Поздравляю! Нет, а брат, еще никто не перебил! Он дорогущий, бля, да! Это был байт! Я бы перебил, Антон. Ужасно, это ужасный байт, ты сказала максимально неуверенно, то есть, типа, все прочувствовали. Я сказала уверенно! Строго, нет, строго. Неуверенно сказала. В какую я тебя прошу... следующую команду давать? Это то же самое, как ты мне сказала, что в жопу не здесь тоже тоже неуверенно, блядь. Хорошо, давай. Да мы въебали здесь $1000. Не, не, нормально. Блядь, он 1020 стоит. Не, оно стоит дорого, смотри. Не, это все очень дешевое. 3500 стоит, смотри. Не, это все очень дешевое. Да, я... Я не хотела много, о, хотела 1500 Маршалл. Маршалл, колонка, $100. Еще это... одна гитара, блядь. Это Элвиса Пресли, блядь! Да-да-да. Но! О, сколько вышло? Ну. Блядь, они... Плюс 160! Ну это в ноль, это в ноль. Давайте, кишку полежи, лох, блядь! Это весь... Что ты мне скажешь? Это в ноль. Вадим, извиняйся, на колени! Этот контейнер, давай, на колени, этот контейнер можно было купить за две. За две можно было купить этот контейнер. На коленки! Ой, плюс 100, да, плюс 130. Вадим, на коленки! Плюс 130. На коленки. Я справлял сейчас кучки, блядь. На коленочки. Твоя б возможность, ты бы сейчас под столика выглядывал. Да. Так, хорошо, давайте дальше. Ребят, Серега. Поздравляю с покупочкой, ребята. Собачий дом, блядь. Он пиздец дорогой, блядь. О, оборудование для Барби. Смотрите, из-за неверно указанного адреса вещи, которые должны были быть доставлены владельцу животных, вообще всех? По ошибке попали на аукцион. Владелец животных, бля. Тарзан, бля. Давайте расходимся. Так, давайте я в другую команду скажу. Ребята, я вам тут сходу просто. Скорее всего, могут быть еще его вещи, по идее. То есть не только животных. Владельцы животных, да. Я думаю, пятерку надо въебать. Один же владелец, Рома. Один владелец. Нет, он сказал владельцы животных. Владельцу. Не, владельцу, животных. А не владелец. Значит, животных много, значит, тут что-то есть, да? Да не, быть. Просто тут не обязательно вещи животных. То есть это может быть хозяин. Просто когда Рома ставит ебаные коробки, там понятно, что-то есть, блядь. Ну, либо ничего нет, хуй знает. Просто что-то может быть. Что, вы думаете сражаться? Сколько еще контейнеров осталось? Где-то 10. Да, можно посражаться немножко. А то не хочется марку проебывать. Бля, мы по факту, типа, в лоу-табе сейчас, блядь, из-за этого ебаного таксиста. Ну ладно, подождем. Ну, вымышленного таксиста в игре, то есть. Да-да-да-да-да. Да, согласен. Так что, надо, ребят? Надо что-то посыпать. Насыпем ты какую-то четверочку, думаю. Окей. Нет. Я вас слышал, иду дальше. What's up? Что думаете? Да дешманский. Вопрос, сколько стоит будка для мамы строго? Хорошо, вы будете играть? Короче, смотри, Ромчик. Осуждаю. Ромчик, да чего вы осуждаете? Да, давай, что?
Смотри, а обычный набор парикмахера там лежит, блин, он стоит нахуй 100 баксов. Ну тут, блядь, максимум 1500 дадим, типа, это все дешево, пиздец. Да. Я знаю, что для собак ничего дорогого не может быть, типа, если почему? Там супер... Ну, не знаю, не знаю. Если там какая-то овер ебаться кормилка, блядь, за 5000 долларов, я охуею, нахуй. Хорошо, я вас услышал, давайте через минуту собирать сверху. Алло, ребят, что там? Не хотел вовремя зашел. Я обещал кентам, и я сделаю это заново. Собачья недвижимость, дорогущий. Бля, нихуя ты подготовил. Ее надо брать. Бля, Ром меня Вадя обижает. Он говорит, что в моей жопе как в контейнере, блядь, будет стоять пиздец ногами, блядь. Слышишь, Ром? Да, да, да. Ром, а кому это должно было прийти? Владельцу животных? Что? Да, владельцу животных. Че, адрес братишкина не угадали? Бля, хорошо, что ты разбавил немного шутку Марка, блядь. Кстати, да. А какая была шутка Марка? Вишничотик с микрофоном. Обидная, блядь. Мне не понравилось. С микрофоном. Какая? Про тебя? Нет, не про меня. Про меня? Нет. Про меня? Марк, пошути, пожалуйста, Марк, пошути, пожалуйста. Про меня? Нет, там и так весь час память прогоняет. Да мы шутим, шутим. А что он сделал? Нет, давай заново. Скажи, скажи шутку. Нет, все, не буду я повторять. Не надо, все. Ты что, Ирич, на маму напал, блядь? Стартовая цена. $200, шаг 100. Не, мы не ставим вообще, пизду. Что он говорил? Уже? Тысяча! Тысяча долларов, блядь, раз. Не засчитывают на Тасю. Тысяча долларов, два. Тысяча двести. Я ливаюсь. Тысяча двести долларов, раз. Тысяча пятьсот, тысяча пятьсот. Тысяча двести долларов, два. У тебя денег нет. Тысяча двести долларов, три. Продано я Марку за и Вишенке. Блядь. Ну, там дешевое, но хоть что-то надо же брать. 12. Возьмите просто там сзади фуры, ёпт. Да нет, это там дешманский контейнер, это очевидно. Это недвижка, вон, смотри. Собачья недвижка, она сейчас ёбнутая. Смотри, считай бабки, готовься. Пуфик для собак. Сорокет. Два царик. А там какая-то электронная хуйня. 45. Бам. 800, нихуя. 80. Собачий будка. Дом и бобёр. Десярик. Найс. Поздравляю. Бля. Ну я опять бы вышла в плюс, Вадим. Вы торгуете, что ли? Подождите, вы же даже ничего не сказали. В смысле не сказали? Ты чё, Ров? Ты нихуя не сказал, алё. А, тебя в Дискорде не было? Да. Я был в Дискорде. А ты бы сколько злой ебанул. А кто купил? Мои. Марк за 1400. Злой, злой. Марк за 1400. Блядь, сорян, ребят. 1200, алё. 1200, а не за 1400. За 1200? 1200. Да. Бля, да. Если бы ты купила это, Наташа, то ты бы жила на недвижке, блядь. А ты бы за сколько взял бы злой? За сколько взял злой? Знаешь, лучше там же, чем... Я минимум давал полторашку. Давай, снимай у него полторашку. Все, злой, я тебе отдаю тогда за полторашку. Давай. Не, не нахуй. Он сказал минимум, то есть троебан ему, блядь. У меня в трусах. Трёшку у неё снимай, Рома. Нахуя? 1200, да, хорошо. Так я отнял вроде 1200. А нахуя ты у меня что-то ой, меняешь? Ой, я блядь, нихуя не купил. Сколько зло? Он сказал минимум полторашку. Сколько зло было? Бабки, блядь, Йосип. Злой, сколько у тебя было? Йосип. 3610. Модрый, посмотри, сколько зло было. Да, я сейчас поверну. Я случайно, блядь. Мы просто рофли, типа, злому давай. А чего так долго набираете поинты, нахуй? Я уже лидирую, блядь. Не, справа у злого сколько было. Я от него не отнимал. Пион. Нихуя не сказали, мы с Олечкой там кукука да и вдвоём, блядь. Ты очень красиво сегодня. Спасибо. Модро, можете, пожалуйста, мне заспамить, когда увидите? Два... Или это не мне? 2585. Я думаю, не тебе, брат. Привет, Тор. Охуеть, они покупают... Или 2850... Вот 2585, супер. Да, 2585. Вань, а тут чё, Кентик ответил? Да, когда он сказал, придёт... Он сказал, он спросил, вебки нужны, я ответил, не нужны они. Что да? Это? А нам вроде там нужны будут. Я буду, да, я буду включать. Ну, у кого не будет, не будет. А... Что это? Это котел. Это так, котел. Владелец магазина, который котел специализируется дорогой. По климату дома из-за небольших долгов выставил товар на аукцион, которые были на уценке. Слышишь, Ром, мне кажется, получилось нет, случайно нет. Человек 20. Что? Человек 20 получилось. Он, я, короче, к кенту своему вчера зашел, он сказал, что сервер выдержит 200, блядь. 200? Я тогда пошел 180 еще набирать. Да, только 200 выдержит сервер. Так, ребят, давайте расходимся. Все, теперь буду точно проверять, блядь, чтобы все были. Проверяй, блядь. Ну извини, блядь. Да. Давайте, я пойду к Марку и Вишне первым. Здорово. Народ с вами. Здорово. Знаешь, в чем карма ебаная этой шутки, Ром? Какой? Я прочитал эту шутку в чате, и теперь этот же чел пишет, выгоняй, блядь.
Напиши его ник в чате, я его посмотрю, если он реально это написал, я его забаню пермачом. Блять, он уже улетел, Ромчик. Понял. Он так, ну уже улетел. Что думаете про это? Да бля, долбоёб! Отмотай чат, вот до стрима, кто там в чате пишет, блядь, и посмотри. Ой, дезаут, я чипермач дам. Камер... Все, чат, все, это была просто шутка, все, не триггеритесь. Камер... Давайте, что вы думаете? Камер... Ну, это 2500 минимум стоит, потому что это вся бытовуха для дома, думаю. Это дорого. Это очень дорого. Да, ну, может, тогда так играли, и там вообще все дешевое было, ну, может быть. Че-то я вообще не понимаю, что тут есть, что, кроме кондиционера, блядь. Но... О, похуй, то просто поторгуемся, я это хочу купить. У Славы 9900, у нас 3600, 3100 и 2500. Вы будете, то есть, торговаться за это, да? Да. Ну, попробуем, да. Окей, давайте тогда дальше. Здарова, народ, с вами Финаргот. Как вам прошлый аукцион? Че не торговались? Классный аукцион, Ром. Спасибо, Ром. Спасибо за то, что ты позвал нас, да. Ну, в принципе, нам вместе было тоже приятно посидеть. Но дело в том, что я думаю, мы... Будем за это сражаться, в районе 2000 будем торговать. Ну, типа, небольшой. То есть нашли что-то для себя, да? Там Марк, скорее всего, опять сейчас будет байтить и блефовать. А Марк уже там стиль, типа, худ. Классик, да? Да. А что случилось? Да, ну, пошутил некрасиво. А, так это теперь не меня ненавидит, а Марк? Ну, вы как чат перебор. Хорошо, я еще зайду сейчас в команде. Здорово. Здорово, это Макривский. Всем ку. Остальным, блядь, аукционим. Давайте, что вы думаете? Мы что не думаем? Не больше 700 баксов. Ну, типа, строго говорит, что 1000, не, но... Не, ну, слушай, Наташа, не знаю, случайно 700 или нет, но ты забайтила тогда купить Марка эту штуку. Подожди, нет, да, подожди, да, здесь 700 никак не может получиться. Я забайтила, смотри. Подожди, тут... кондиционер, подожди. Самые дешевые кондиционеры это ПХ, это, я даже знаю, это как это, Хантер, короче, как это. Хорошо, я поняла. Ну, короче, они, эти вещи на уценке сам... в любом случае могут на уценке быть половину. Правда, там пишется CH вроде. Нет, там ПХ написано, ПХ. Я сейчас скажу, что это за кондиционер. Пошел нахуй это называется, или не так получается. Пошел хуй. Пошел. А, ну, CH, Купер Хантер. Да, занавес нахуй. Меня тут нет. Вот там, видишь, хорошо, у меня такой был, блядь. Слева красный. Вот тот, но они, вот кстати, дешевые. Баксов. Хорошо, ребят, вы будете играть за них? Нет, мы не будем. Это хуета полная. Okay. Дадим, точно. Дадим, короче, костарь сразу, и пусть они, типа, дальше играют. Может, сольются. Хотя типа. Вот там костер, вот этот вот камин, костер. Он дорогой. Огонь не ещё дорогой, пиздец. Нет, смотри, короче, фишка заключается в том, что это от 3000 гривен, вот эти вот кондеры, блядь. Хорошо, максимум дадим полторы. Окей. Вот полторы. Да, полторы, если так. Ребят, заходите вверх. Ребят, заходите вверх. О, спасибо. Давай сразу две уебем. Так, все заходят. Только я скажу, пожалуйста. Давай. Смотри. Алло. Ребят, стартовая цена... Все тут? Да. Стартовая цена $100, шаг 100. Полторы. Полторы тысячи, Наташа, раз. 1600. 100 шаг. 1600 раз. 1700. 1700 раз. 2000 раз. Не-не-не, 2002. 2200. 2200 раз. Бери. 2202. 2203. Продано злому. Там до полторы точно. Сука. Блять, меня забайтили. 3300 стоит, смотрите. 3300, да, нормально. Думаешь, 3300? Это уценка, короче, это не можешь, новые вещи. Неважно, ты можешь кондёр это первый важно. Нажать? По кондёру все будет понятно. Если он да, будет нет, стоить, будет если понятно, он будет стоить 200 долларов, Вадя, нет, 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 по кондёру, если он стоит $200, то значит тут не может. За вентилятором красный. Хорошо. Это камин обычный, братан. Нет, я не покажу. Значит, это дохуя, значит он в плюсе 100%. Потому что если кондёр покупают за $650, значит типа деньги есть. Понял, ладно, гг. А, ну смотри, кстати. По костру нажми! Вот это хуйня. Что это за хуйня была? А, нет, недорого. Brawl Stars! Бля. Кондёр. Блядь, я же говорила полторы! Я говорила 1000, но хотя я говорила... Я говорила полторы! Я говорила! Ну, я говорила максимум до полторы. Я хуй знает. А, предчувствие, Вадь меня вообще не слушает. Не, просто там такие вещи, которые по умолчанию не могут стоить очень дорого. Ну это на уценке вещи, ты же сказал. Все понятно, очевидно. Очевидно. В смысле, на уценке это не супер дешевые вещи, если что. А может быть и супер дешевые. Откуда ты знаешь? Да, да. За какую-то царапину, блядь, продаю. Пишет, ну что, долбая, прадуешься, что Слава забайтил? Так, окей. Идем дальше. Давай.
Так, это у нас салон. После разорения очередного салона красоты, все, что было внутри, было выставлено на аукцион. Иди нахуй. Иду. Рома, сколько у нас еще? Еще 15. Контейнеров нет, 15. Не 15, не 15, 10. Это 11, их 20. А если мы не потратим деньги, то они приплюсуются и плюс к этой? Да, у нас будет 16 тысяч, идеально. Понял. 16 тысяч. Серьезно, так работает? Ну, приплюсуются ваши деньги, которые вы не потратили. Охуеть, так я вообще не могу. Это стрижка, да? Ебаная. Так, ребята, расходимся. Что тут все, блядь? А ты сказал, братан, что это? Что, да, это салон красоты. Бля, ну это для уебанов, типа, салон красоты. Типа, я не знаю. Почему? Это хуйня полная. Ну это, блядь, как в ТЦ-шках уебищные вот эти вот стоят, блядь, машинки нахуй. Почему и марка должно быть 370? Объясните мне. Ну смотрите. Это хуйня какая-то. Даю, ну смотри, вот эта стойка. Машинка там, может стоить $500, 600. Ну, нет, это обычный стулик. Стулик, ну, хотя, да, детский. Блядь, это... Может, на нем ехать можно? Да не, он хуйню стоит. Зеркало тоже недорогое. Вообще все тут недорогое такое, знаешь, все максимально. А вот это что за стойка с чеками? С талонами или что это такое? Это для меня? Да. Не скажу. 245 плюс... Ну, сейчас я зайду в марку, спрошу. Разберемся. Ребята, что это такое? Вот это вот чековыдаватель? Нет, блядь. Выдаватель это чекопожиратель. Ты, нахуй. Я вас услышал. Я для тебя спермовыдаватель, нахуй. А ты спермопожиратель. Вадим. Алло. Там типа вроде нам... Алло. А, Марк, пишет, что у тебя должно быть 370. Я, может, что-то неправильно посчитал, я просто не шарю. Ну смотри, мы 1200 за прошлый контейнер дали. Сколько у нас было? Вот, сука, теперь хуй знает. Я могу вот пересмотреть твой. Сейчас. 1200 за контейнер забрали, а... 1025 получили? Смотри, у нас было... Сейчас скажу, сколько. У нас было 2145. Так, хорошо. И вы получили плюс сколько? Контейнер, ну, мы его взяли за 1200, а контейнер стоил 1025 или сколько? Ага. Было у вас 2145, да? Да, 1025 было у нас. Контейнер стоил 370, получается. Все, извиняюсь. Ну, точнее, не перед вами, потому что меньше денег стало. Я фиг знает. Все, чат молодцы. Что вы думаете? Вот будете забирать? Как я, вы не понимаю, что вот это на переднем плане стоит на четырех ножках, что это за аппарат. Как это хуила из салона красоты такая, блядь. Хуйня, на которой детей стригут. Да тут все очень ресепшн, дешево. Ресепшн, за ней стоит кресло, которое типа там для депиляции или для бровей. Похоже зеркало, на залупу, зеркало, вешал, какая-то кровать, блядь, или что это, и непонятно, что за коробками. Ну попробуем, там, не знаю, до двух хотя бы, и все. Ну типа да. Это дохуя. Окей, окей, я вас услышал. Так, иду дальше вниз к гному. Алло, алло. Да, брат. Что злой? Не тиктуй, все хорошо. Как думаешь, 1000 максимум? 1000 максимум думаете, да? То есть вы не будете заниматься? Нет, 1000 максимум. Ну, 1000, не знаю, 1500. Типа это прям, вот прям край. Вы заметили по вебке, что Слава стал шефом 89-го склада только что? А как это? А! Хорошо, я вас слышал, давайте поднимаемся наверх. Алло, ребят, поднимаемся наверх. Вадим, Вадим. Играно. Да. Слава ушел из Фрик Сквада и стал только что, блядь, шефом 89-го. А, Брал Старс, блядь! О, все, вернулся. Так, ребята, хорошо, давайте аукцион. $100 старт, $100. Так он сидел на полу, потому что он хотел, а не потому что ему сказали. Мне нравится на полу. $300! Там машина, блядь! Так, ребят, стоп, стоп, стоп. Стартовое 100, шаг... Стоп, так это аудюха, слышь? Q8. Бля, я вижу это детское кресло. Да, креслице. Это очень дорого. Все, ребят, шаг. Все, стартует цена 100, шаг 100. Давайте, начинаем. 300. 300. 500. 500. 700. 700. 600. 600. 1000. 700. 1000 марк раз. 1000 полторы. 1000 полторы раз. Полторы два. Почему Рома засмеялся? Полторы три. Продано. Так это нормально. Ой, почему Рома, блядь, засмеялся? Злой, ты знаешь, что 1000 и полторы — это 2500? Нет, 1500.
1500. 1500, Оля, это же нормально. Ладно. Бля, я даже не смотрю, кстати, на цены контейнеров. Так интересно, блядь, что он реально там купил. Давай. Нет, там все очень дешево. Ой. Что это за хуйня была? Оля, я лучший, Оль! Оля, я лучший! Выходи за меня! Я лучший! Сюда! Охуеть. А что это за хуйня была? Я вам сейчас могу сказать. А что это за хуйня была? Я гений, блядь! Сейчас я вам скажу. Охуеть. Ну ладно, ладно. Окей, let's go. Аппарат для прессотерапии. Чего, блядь? Это хуйня. Красава злой. Ухватил прям. Так, 4280. Я вообще все дешево оценила. Я максимально хотела бороться. Но это меня просто настроил на это Вадим. Он говорит, все хуйня, давай по новой. 7270. Вадим виноват. Так, хорошо, ребят. Да, да, да. Но он настраивает. А, Рома, сколько контейнеров? Еще 8, еще 8. Засадь, блядь. Ребята, можете никуда не расходиться. У нас тут стартывается на 0. Шаг 100. История. История. Да. Сейчас. Так, после того, как программист разбогател, некоторые вещи он решил продать. Одна из них попала к нам. 500. 500 долларов раз. Что может быть? 500 долларов два. 700 долларов раз. 800. 800 долларов раз. 900. 900 долларов раз. 1000. Тысяча. Тысяча фруктовка раз. Не ставь ничего. Тысяча долларов два. Я хочу. Тысяча двести же. Извиняюсь. 1200 раз. 1202. Тысяча двести три. Продано. Марку. И вишенки. Нет, это злой 1200 сказал. А, злой. Извиняюсь. Тогда злому. Ну, блядь, просто Марк, блядь, крикнул. 1200, блядь, когда... Ну всё, Ром, успокойся. Всё. Фишка в том, что когда он разбогател, типа, одна вещь. Да, то есть это может быть футболка, понимаете, его даже какая-то. Давай, открывай. Оля, не дай бог, я проебал. Просто... Это, скорее всего, максимально дёшево. Это же не компьютер, это просто монитор. Что? Сосать, лохи! Как же я вас ебу, блядь! Что это, Ром, что это? Компьютер! Бля, найс. Найс. Монитор, мышка и клава. Сюда! Поздравляю с победой. 150 тысяч рублей. Моноблок HP Elite One 1000 G2 All in One. Ага. За сколько ты взял? За 1200? 1200. Да. Скажи еще раз, что это? Моноблок HP Elite One 1000. Я говорил, я гений, блядь! Да закрой ебало, нахуй, злой, блядь, ничего не слышно. 7250 плюс... 7250... Ой, блядь, 7275. Ром, ты справишься. Плюс 1900. Да, Вишня, у тебя что-то с микрофоном, мне кажется. Ром, это я сказал 1200, кстати. Не знаю, он какой-то... Ну ты можешь сказать, что? Чат, вы запомнили? Нет, вот сейчас нормально, я не знаю, ты иногда говоришь, он у тебя какой-то прям вообще... У кого, погодите. А что, ну а что... Еще вчера, когда Марк играл. Так тоже. А ты можешь объяснить, что с ним не так-то? Я не знаю, как объяснить. Так, все. Ладно, забей. Он все равно пока больше всех, да? Просто раньше было лучше, Нет. Нет, наверное. Я могу его прибавить. Вас вот выигрывает немножко. Почему? Ну, прибавь их сумму к... А, нет, стоп. А, да. Сколько остается бабок, я тоже выигрываю. Прибавляется? Нет, ну, у тебя 15600, а у нас 16100. Ну так вот. Так, злой фруктоска прибил. Да, злой, из-за твоего минуса прошлого ты, видимо, еще страдаешь. Рома, у нас приплюсовывается сумма, которая на остатке, ну, да, на балике? Ну, типа, да, да. Окей. Охуеть, а что, у тебя ФК сидеть до конца, блядь, что ли? Ну да. Нет. Так, ребята. Так, в смысле, еще много контейнеров, еще 8 контейнеров. Ну да, это еще много. Так, 13-й контейнер, да, да, у да. нас... Офис. Сюда. Охуеть. После переезда компании нового базы некоторые вещи из офиса были потеряны и после некоторого времени попали в этот контейнер. Какой базы? Какая база? На новую базу просто. А. Так, ребят, расходитесь. Бля, как же уебищ техника, это пиздец. Ватсап.
Это комп, это не просто монитор, за ним стоит этот, ну, типа, блок. Колонки, блядь. Нет. Что это за холодильник, сука? Что это за компания, Ром? Ты не сказал, что за компания? А я не буду говорить. Там еще какая-то полка, а снизу там белая что-то... Белая хуйня, види... это обычная Марк, полка видишь... за 100 Нет, баксов. Нет, а ты видишь снизу что-то торчит у нее? Вижу, что-то там торчит, блядь. Да похуй, ну, чё... ну да, да, да. Чё? Там узер, там уже подвигал, блядь. Где? У меня? Нет, забей. Короче, давай, иди к следующим, просто Аня скоро уходить. Да, хорошо. Алло. Они его слили. Алло. Короче, что, наш, что, какой байтить? У нас план, Бран? Смотри. Бран. У меня Бран 9, Стар, блядь, это я. 9900, 9200 точнее, и у нас нормальный кэш. Мне нельзя, чтобы они сидели до конца с этими монетами. Надо их байтить на покупку хотя бы за 3-4 тысячи минимум. Мы будем сейчас заходить с полторухи, и пускай они дерутся между друг другом. Типа, я думаю, это будем, да. Поставим, и потом пускай они между собой, типа, разберутся. Да. У нас стак большой. Типа, им надо их стак основной слить. Ну, вы в хорошем так, что... плюсе при этом, то есть, если... Да. Хорошо. Да. Хорошо. Чего там бусер ТикТок снимает? Так, что, ребята, короче, думаете? Ладно, давайте. Короче, сзади ноутбук. Мы думаем, что это какой-то Xiaomi, блядь. Я тебе так скажу, это 100% Xiaomi. Смотри, спереди у нас монитор, идут два стула, стол. Этот Samsung микроволновка какая-то. Короче... Ну, короче, 3000. Короче, дохуя стоит, да, мне тоже. Я не знаю, мне кажется, если мы заберем это за 3000, то тут будет меньше, блядь. Да, нет, да, блядь, да. За 3 не будем. Ча... Давайте берите до 2. За 3, там, холодильник. Ну, кто? Вы посмотрите на холодильник, ты... блядь. Да, сколько холодильник раз в холодильник придет. Ляма опять стоит? Или сколько? Давай загуглю, блядь, Ром. Нет. Ну, я все гуглил. Нет! Ты сказал, лучше не гуглить, я такой, ну, я... Нет, он 1000 баксов. Это тоже 1000 баксов. Хорошо, давайте я всех тогда к нам мою. Давай. Слышал. Ребят, играю, давайте вверх. Начали. Ребят, давайте вверх. Алло. Артур, алло. У тебя что с микро? Алло, 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 алло. Алло, алло, у тебя микро. А это Берибай, наверное. Алло, алло, хуйло. Dancing in my room. Алло, нормально все с микро? Ну да, 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 вроде. Давай ставки. Хорошо, ребят, стартовая цена у нас $200, шаг 200. Ой. 400. Полторы. 1200. Ну, полторы тысячи злой раз. 1700. 1700 раз. 1702. 1900. 1900 раз. 2000 раз. 2002. Так шаг 200 же, алло, блядь. А сколько он... Значит, 2200. 2200 раз. Вадя, вы чё? 1900! Не-не-не, я играю нормально. Нет, 2200, Марк. 2200 раз. Борис, 2400, 2400. 2400 раз. 2600. 2600 раз. 2800. 2800 раз. 2800. 3000. 3000 раз. Берет, кажется, 3000. 3200 раз. 3202. 3203. Продано, Наташа. Найс, блядь, сосать нам. Не, нормально, Вадя, нормально, мне кажется. Мне не верится. Типа, я буду надеяться на ноутбук и что сзади... Не, вот это черный холодильник или что это? Сколько Наташа сказала цену? 3200. Наташа, с чего начнем? Давай с вентилятора. Плюс 100. Так, давайте на черный холодильник сзади. Где вы такие вентиляторы за 100 видели? Там мониторчик есть. И сколько? 700. Давай Моник, Моник 200. Стой, только на стол не нажми, и все упадет. А, Моник 700. Найс, блядь. Микроволновка. Микроволновка, оказывается. 85. Все, мы въебали. Не, нормально. Да за этой хуйней что-то есть. Ну, к Xiaomi, да? К Xiaomi. Нет, это... Да, Xiaomi ноутбук, да? Ну, почти. Я могу посмотреть, если это так важно. Меня кто-то догоняет уже? Ебать! Не, мы в мину, блядь. Ладно. Да, там чуть-чуть всего лишь. Нормально. Так, сейчас. Нормально. Я сказал, что это ноутбук Xiaomi за $1000. Сколько контейнеров, кстати, осталось, Ром? 7. Ну, не так уж и плохо, нормально. Да, нормально. Блядь, Вадь, я потом посмотрю, брат. Да похуй, поебать. Ой, так, все, я прибавляю быстро этот деньги. Чё это? Деньги. Я переписку деньги. Просто. Деньги. Ну-ка, скинь, блядь. А ты точно правильно посчитал, почему мы в таком огромном минусе? Потому что я вам еще этот не прибавил. Справа не добавил.
Я думаю, что-то мы же вроде. Так, окей, давайте это следующий. Так. Сейчас читаю вам описание. Ань, на секунду, да. Сейчас он, Марк, вернется. Они ушли. Бенгер. Ебать, Бенгер, классная песня, пиздец. Какая? Бенгер. Красиво слушаю. Охуенно. Алло. Алло. Ребята, но... этот предмет был давней мечтой кальянщика, но после того, как он сменил профессию, он выставил это на аукцион. Не. Давней мечтой? 500. Да, секунду, еще аукцион не начался. Начальная 0. Шаг 100. Ну, 100. Начальная 0, берем за 0. А что у кальянщика может быть? Кальянщик, 600. Шипчики? Хорошо, все, начинаем. 600. Что? Погодите секунду. Не берите. Почему не пишет 770? Почему не спамит 770? Не, они... Не, они не правы. Да, они перепишут. Они не правы. Все, хорошо. Так, все, начинаем аукцион, давайте. 600. $600 раз. 700. $700 1000. Раз. $1000 раз. Куда ты лезешь? $1000 2. $1000 3 продано Марку. Сэм, блядь, что нельзя. Ты... Подожди, есть ручные кальяны, они стоят очень дохуя долларов. Не, забей эту да хуйню. Да похуй, давай. Ну ладно, будь... давай, похуй, открываем. Давай, нажми. Как вы думаете, что это может быть? Ручная кальян. Кальян ручной работы. Кальян ручной работы. Фу, я же сказал. Сюда 1500. Сюда, нахуй. Блять. Угадал. Нормально. Нихуя себе. Похоже, мы за 1000? Да. Да, вы за 1000 взяли? Нормально. 3-4. Это прям охуенно. Сэм Марк. Бля, я ожидал, на самом деле, там щипчики за 10 долларов. Я тоже так, я думаю. Мечта кальянчика, щипчики за 10 долларов. Так, хорошо, давайте дальше. Марк чат читает. У вас же ответы, блять, есть, наверное, нахуй. После нескольких неудачных фильмов студия была закрыта, а вещи выставлены на аукцион для уменьшения убытков. Дорогущая хуйня, бля. Давайте расходимся по комнатам, ребят. Что это такое? Я все прослушала, что он сказал. А он тут? Да, но не повторю, к сожалению. Хуйня. Сэм! Блин! Хуйня. То есть вы не будете? Не будете даже, нет? Да хз, ну тут, блядь. Да не, это... Сейчас я в чате гляну, что пишет. Уши это 500 баксов пишет. Ладно, до 1000 поиграем. Так, ну хорошо, ребят. Строго, а ты что думаешь? Не, это хуйня полная. Тут сразу видно то, что хуйня. Бля, Ванёк красава, блядь. Ванёк хуйни не скажет, да, блядь. У меня, если Ванёк сказал, что это хуйня, значит, бабки это хуйня. Все, так что... Тут я не хочу просто заруинить другим. Хорошо. Окей, давайте дальше пойду. What's up, homie? Брат, ну... Киностудия, верно? Угу. Я уверен, что камера за монитором, и там, если киностудия, это какой-то ред за дохуя долларов. Дохуище прям. А если не будет? Я в этом шарю. Брат, ну киностудия не может быть без камеры, так что вряд ли не... Ну, как это не будет? Ну, а может, ей не выставили? Вот ты откуда знаешь? Готов ли ты брат, рискнуть? Брат, ну, готов. Я знаю, что там камера. Можно, да, рискнуть на 3000, типа, примерно. Хорошо, я вас услышал. Рома, как ты так... Ты чё, блядь? Что? Ты так сделал, типа... Нет, это у меня просто горло. Здорово. У нас есть какой-то стартап, который мы выигрываем, и за это даем 3000 максимум, смотри. Мы выигрываем игру, смотри. Это очень все дорого, мы недавно были на фотосессии, бля, на которой сказали, что света вот эти вот софтбоксы, они очень дорого стоят. Вот именно профессиональные. Ну там прожектор. И дорогой. Там, скорее всего, есть камера. Я жопку вижу вот за этой, типа, которая хуйня на гирю похожа. Это очень похоже на камеру, плюс прожектор, блядь, нет, плюс оборудование. Нет, прожектор. Ну мы, короче, до 2-3 тысяч поборемся. Потому что, что, деньги есть, а осталось не так много контейнеров. Да, все, гоу, закупаться. Минус твич. Хорошо, давайте, наверное. Что, да. Что минус твич? Блядь, сука, почему у меня контейнеры, нахуй, постоянно минус твич какой-то, блядь? Не, почему, все хорошо. Не знаю, все спамят на Twitch. У тебя стрим завис, блядь. Я не знаю как. Серьезно? Да. Не, у меня норм. Нет, блядь. Это Twitch, это Twitch. Как и тач. Давайте все, начнем. Окей, да, начнем. Ребята, стартовая цена $200, шаг 200. Тысяча. Тысяча марк раз. Две злой раз. Две 500. Две 500. Две 500. Две 700. Две 700. Три 1000. Сколько? 3000 раз. 3000. 3200. 3200 раз. 3400 раз, 3402, 3403 продано Марку.
Давай посмотрим. Ну, там, скорее всего, будет минус, но тем не менее. Да похуй, он дорого стоит, но там будет минус 100%. Да, да. Там будет минус, там не будет на 3. Просто 400, мы, Артур, но... погорячились, там надо было на 3 заканчивать уже кому-то. Да. Это ты погорячился. Да мне похуй. Давай, поехали. Поехали. Это Red, ебаная, блядь, за дохуя тысяч баксов. Опа. На камеру нажми. Сейчас. Прожектор. Опа. И это очень дорогая хуйтень. Нет, очень дорогая хуйтень. Сколько так, в итоге? Контейнера 2920. Ну, да, нормально. На трех останавливаться. Три это прям все максимум. Охуенная камера для киностудии. Прям пизда. Или у тебя ценники перепутали? Ну, типа, камера это так столько не стоит. И счастливый. Так, плюс... А вы сколько сказали? 3400? Да. 400, да. Марк, мы сейчас так это... Не-не, нормально все. У тебя же отнимаются еще. Вадим, ой, блядь, Артур, это не камера, это зум пишут. А, это зум, да. А камера где? А нету, камеры блядь, решили не купили. Давайте. Решили без камеры. Так они не все, я... Там пишется, там не все вещи дают. Часть вещей. Хорошо, давайте идем дальше. Так, читаю вам описание. Косметология была закрыта из-за множества жалоб, а то, что осталось внутри, выставлено на аукцион. Расходитесь. Косметология выставлена... Куда? На аукцион. Дорогое быть, но... Что думаете? Не факт тоже. Ну, давай до трех опять поторгуем, посмотрим. Ну, типа, нет, три это... А на что вы тут хотите сделать акцент, Артур? Ты тогда надеялся на камеру. Косметология, ну, какая-то липосакция или, блядь... Косметология, и чем мы акцентируем внимание? На ринопластике, там, липосакция, нет, нить, морщины, не, хуины, не? Тут нет таких... А вот это снизу, дорогие... что это за залупа, блядь? Она недорогая, я думаю, не знаю. Типа, 2000, может быть, максимум я бы ставила. Типа, 3 это очень много. Ну, давай 2 поставим и посмотрим. Это прям 2000, это ну, прям максимум. Давай, давай, попробуем, думаю, давай. Я думаю, что так дорого. Хорошо, да, я вас услышу. Маркусик, что случилось? До трех же хотели. Ой, блядь. Маркусик, полка? Что случилось? До трех же и... хотели. Там... Да, блядь, да ублюдок пиздец, на Артуре. Сука, я им сказал это, блядь. Похуй. Что думаете? Короче, Аня что-то увидела, блядь. Я не знаю, это обычные стулья, блядь, лежаки, нахуй, на которых порнуху снимают, ну, блядь. Там просто, типа, вот эти кресла косметологические два. Согласен, Крин. Плюс обычные, оно не... они недорогие. Потом там какая-то хуйня, что-то для кварцевания или что, блядь. И внизу... Чё ты угораешь? Я с себя, потому что я такой хотел к тебе залететь, вот это сказать, Маркусик, что случилось? Типа, а говорю это у Злоу, потом такой, ой, я опять залетаю к тебе. Маркусик, что случилось, блядь? Так кринжово была эта пизда. Что? Так что, будете играть на это или нет? Да, мы до 2000 играем. Какая у вас тактика? Вот вы сейчас вроде проигрываете чуть-чуть. У нас осталось 8000, осталось сколько? 4 контейнера, мы по 2000 ставим каждую ставку. Все, мы просто каждую ставку берем, типа по 2000, и все, нам похуй. То есть вы думаете, что вас за 2000 никто не будет перебивать? Да. На этом контейнере нет. Окей, я вас услышал. Давайте я иду дальше. Алло. А что у него здесь баланс? Если вы с Макривским выиграете, тогда я вас, наверное, не буду двоих ставить. Нет, там типа выиграет хуй пойми кто, потому что там типа разные эти. Хуй пойми кто, как раз таки это вы с Макривским. Почему ты майнкрафтеров зовешь? Не-не-не, мы с Макривским уже все, нас не разделить, извини, конечно, но мы уже стратегии придумали, которые... Не-не-не-не-не-не-не, разделить. Да, очень легко разделить. Нет, не надо. Все, срок, мы Слав, ты можешь с каравами поиграть, кстати? Давай. Бля, с кем я буду комьютить, пиздец? А Пчелкина нет? Так, ребят, что думаете нет. про этот контейнер? Ну что-то кажется, что каравань очень обрадует. Да. Что вы думаете про этот контейнер? Хуйня, да хуйня это контейнер. Хуйня, вонючая. Чего такие злые, пиздец? И ты хуйня, и шоу говно. Все пока, блядь. Шоу хорошее. Ладно, мы думаем про этот контейнер, что он нормальный. Ну, типа, сам контейнер вообще, вещи в нем хуйня. Ну да. Хорошо. Будете играть на него или нет? Да, осталось конечно, несколько и... контейнеров, я вам напоминаю. Сколько осталось? Сколько осталось? Это 16-й у нас. Осталось 17, 18, 19, 20. Напиши в ВК, какой 5, самый дорогой из всех. Следующий дорогой будет, я уверен. Все. Вот вопрос с загадкой, там, где, короче, коробки будут лежать, нужно его будет. Все, хорошо, нет, ребят, я всех зову сюда, я так понял, вы... Я думаю, 3 дешевых будет. Хорошо, давайте, я зову всех. А, давайте поднимайтесь, ребят. Поднимайтесь. Но нам надо
Дорогой контейнер, ребята, я до 4000 играю. Давай, поехали. Марк, я тебя уже перенес. Можешь с тобой играть. Мы тоже играем до 4000. Не. Ой, ебать, ребят, извиняюсь, блядь. Ой, сука, что я делал? Я только что заметил, что у Марка, блядь, зеленая полосочка была на камере, все пиздец. Алло. Извини, Рон. Алло. Вы готовы? Так, на речь сразу всем говорю, нахуй. Кто это перезаливает, ссылку на мой новый телеграм быстро в описании, блядь. А кто смотрит на ютубе, перешли быстро, блядь, этот. Ну, новый никнейм просто в телеграме. Ну, у меня в телеграме твой никнейм. Нихуя ты их построил, блядь. Да, нихуя ты, ебать. Ебать, сейчас на речке такие, ебануться, блядь. Давай, Рон. Две условия. Так, хорошо, ребят. Стартывается на $200, шаг 100. Кто еще? 500. Слава, что ли, блядь? $500 раз. 1000. $1000 раз. 1100 долларов раз. 1100 долларов два. 1500 долларов раз. 1500 долларов. 1600 раз. 1700 раз. 1702. 1800 раз. 1802. 1900 раз. 2000 давай, Марк. 1902. 1903 продано злому. Забайчено. Да не, кстати, он в флюсе, мне кажется, будет. Да, там за коробкой какой-нибудь аппарат, дорогой, блядь. 6400 минус 1900. Мне кажется, злой будет в плюсе. Поздравляю, Зло, с удачной покупкой. Да. Убери коробки сразу, Ром. Оль, мы же так планировали, да? Да-да-да. Оп, нихуя, оп, опа. Это этот? Это бам. Тот самый. Кто Срога? Я не буду даже убирать, кто это. Это, который этот, такая хуйня на руку вешается и измеряет давление. Бицуху твою, да, не, да, да. Не, мне кажется, это какая-то хуйня, типа, чтобы жжж делать, блядь. Да давай, пикай уж по 1500, блядь. И сколько? О, 1300. Хорошо. Сюда! А за сколько ты покупал? За 1900, да? 1900, да. Плюс 130 баксов. Ну, 130 баксов. Максимум, типа, это максимум. Так. Хорош. Ромчик, можем чуть ускориться просто, а не уезжать? Ну, брат, я как могу, извини, я и так я понял, пытаюсь. Я понял. Извини, тут же надо контейнер еще переставлять, блядь. Что за хуйня неси, блядь? Блядь, что это за кокон? Это что такое? Это спальный мешок, алё, блядь. Ребята, из-за сильных убытков магазин туризма был закрыт, а вещи выставлены на аукцион. Бля, прикольно. Пингвин, кстати, он смотрит. Давайте, расходитесь, чтобы я... Бинокль. А, вы уже тут остались? Чё, ребят? Чё, ребят? Магазин чего остался? Чё? Сколько осталось еще контейнеров? Раз, еще раз историю повтори. А, не повторю, блядь, надо слушать. Контейнеров да сколько? Блядь, контейнеров. Четыре с этим. Нет, я никому не повторял. Четыре с этим. Хорошо, мы, в принципе, поборемся, наверное, ну, на какую-то сумму, типа, маленькую, мне кажется, блядь. Пингвины, тревел, газ, блядь. Осуждаю, кстати, газ. Мне кажется, в воде это полная газ? Хуйня. Ты думаешь, это полная хуйня? Да, лучше на следующее стать бабки. Ты думаешь, это даже тысячи не стоит? Ну, там, блядь, злой сразу 1500 скажет, и нету смысла. Не, если злой скажет 1500, то нет смысла. Да похуй, ну, типа, поебать плюс похуй. Ну, это неинтересный хорошо, контейнер, я вообще максимально. Хуйня хотя, контейнер. Смотри, за баллонами какая-то ниточка. Ну, это Тати лежит в баллонах. Здорово, ребят, что вы думаете? Ну, мы думаем, что это экспедиционные вещи, так сказать. Для экспедиции. Да, для экспедиции, и, ну, можно побороться, я думаю, за него. Опять же, мешок долларов 500 стоит, я ходил в походы, там достаточно дорогая амуниция, особенно эти шпальные мешки. Вот, скорее всего, этот, как это, не бинокль, я забыла. Еще хотел спросить, термос. Марк, тактика с 2000 не сработала, сколько ты сейчас будешь давать? 2000, мы по 2000 играем, я могу чуть-чуть еще дать. Бля, злой заебал перебивает, сука, он просто хитрый жук, ну, блядь. В себе в убыток пошел, как видишь, на 130. Или на сколько там? А, нет, стоп, он в плюс вышел. Плюс на 130, да. Ладно, похуй, до 2000 будем ебашить, там посмотрим. Окей. Алло, злой, с победой, да, ну, с победой в прошлом, блядь, контейнере. Спасибо, брат. Короче, смотри, история об альпинисте, если я понимаю, да? Потому что это альпинистское снаряжение. Чело-мешок, портфель, газ, обогреватель. А, погоди, злой, у тебя было 6600, я отнял 1900. Ну. У тебя было 6600, да? Я не помню. 4700 получается. Точно было 6600? 4700. Да, сюда. 6400 было, уебище, блядь. Я нахуй найду по воду, блядь, и тебя забаню, нахуй, чела, который это вбросил, блядь, и остальных, которые подхватили.
Давайте, ребят, что вы думаете? Смотри, это альпинист. Потому что видно снаряжение, плюс этот кокон. Я думаю, что тут есть еще что-то. Я поторгуюсь. Да я не буду говорить, а вдруг кто-то стрим смотрит. Мы поторгуемся. Мы подождем. Хорошо, давайте поднимаемся наверх. Алло. Наташ. Алло. Все, отмена, отказ. Так, ребята. Стартовая цена $100, шаг $100. 200. Все, берите, аукцион у нас начинается. Тысяча! $1100. 1100 раз. 1500. 1500 раз. 1700 раз. 1900. 2000 раз. 200 раз. Фу, ничего. Ты заебал! 2200 раз. 2202. 2300 раз. 2400. Не ставь ничего. 2400 раз. 2402. 2403. Продано Марку. Он расстроится, что вот эти вот газ, он по $10. Так, 2400. Да нет, конечно, мы в минусе. 8000. Минус. Сколько взяли? 2400. Да бля, ебаный злой, заебал байк. Это халява, дядь, ты чё, халява? Там бинокль сотку, бля, портфель баксов 80. Да, окей, нормально. Давайте, запускаем. Поехали, кокон давай вначале. 200 где-то. 800, блядь, этот кокон ебучий стоит. Да тут остальное все по $50 расслабься. Да не, на этом закончится все. Типа на этом все закончится. ГГ. По десяточке, блядь. Опа, веревочка. Десюлик. Оп, и 80 баксов. Бля, злоги, твой рот ебал, нахуй. Поздравляю, поздравляю. Сюда, лох. До 2000 ты куда летишь, можно узнать? Ань, да мы же, блядь, ты торопишься или я просто не понимаю. Не, ну типа, а зачем, можно же отдать контейнер, зачем мы за 2400 брать? Поздравляю, Марк. Так, ребят, не злитесь, это просто игра, давайте дальше, к следующему контейнеру. Не злитесь, это просто игра. Вот Слава, блядь, вообще ебёт нахуй мне. Что-то там разговаривает, блядь, с микрофоном, рот открыл, блядь, ничего не говорит. Смотрите, кухня. Ресторан набрал пика популярности и решил полностью обновить кухню. Некоторые вещи попали сюда. Сколько контейнеров еще? Это 18-й, их 20. Сколько контейнеров? А, значит, Вадя просто АФК сидит, да, хочет выиграть, я понял. Я? Да. Нет, почему мы играем? Вы покупаете за оверпрайс, да. Нахуй. Каждую давай. Хуйню, блядь. Хорошо, ребят, расходимся. Еще три контейнера. Мы действуем грамотно, понимали? Что, Марк? Это нормально. Алло! Алло, боже, я как этого лоха развел, блядь, второй раз, блядь. Не, ну слушай, он подгорел себе немножко, подгорел. Да, дядь, он горит знатно. Короче, смотри, я уверен... Давайте ему забайтесь как-то. Что вот это дерьмо стоит денег. Я уверен в этом. Думаешь, потому, да? Железо, во-вторых, и за этой хуйней обязательно что-то есть. Ну, блядь, прям пиздец. Скорее всего. Да, ты что-то есть. Извините на секундочку. Морозилка или холодильник, ты что-то есть. Угу. Хорошо, вы будете играть на это? Да, мы будем играть да, до трех. Да, возможно. До трех будем играть. Бля, Рома! Только обидно то, что типа баланс переходит в этот, блядь, в конечный итог, потому что можно всю игру просидеть не, нахуй, это... с баликом. Ну... И все могут уйти в минуса, ты просто чисто на АФК выиграешь, блядь. Ну, слушай, они сделали несколько выгодных себе ходов, то есть они вышли в хороший плюс, и не, то есть ну, они типа не сидят 16 пиздец. Тысячами. Ну, ладно, типа, дело твое, брат. Ну, я тебе просто говорю. Так, кому еще не сказал? Алло. Было на 10 тысяч, блядь, ну, типа, алло. Они хоть сколько дают, да. Ну, типа, тут смысла нет торговаться у Вади 10 тысяч баланс, и он просто любой контейнер сейчас забирает, и все. Потому что бабок ни у кого нету. Ну, и что вы будете делать? Ну, 1500 давать, блядь. Хорошо, я вас услышал. Иду дальше. Так, ребята, что вы думаете? Если вас, меня интересует, есть ли у вас планы еще торговаться вообще? Торговаться с кем? Ну вот, забирать какой-то контейнер, потому что вы уже много АФК сидите, ничего не забираете. Не знаю, даже мне не Наташка против. Сказала, что... Мне в Наташка смысле сказала, не забираем? Сказала, мы что говорим она же. Дала за 2000, а я говорю, что ей бесплатно даст. Еще раз повтори шутку, она очень актуальна на по сей день. Наташка. Не, к тому, что вы уже долго ничего не покупаете. Да потому что все покупают. Да потому что все покупают, да. Братан, я тебе хочу сказать, что нахуя, если у тебя есть $16 тысяч, брать ебаный мусор? Согласен. Это правильно.
Ну нет, это не мусор, это не мусор. Это мусор, нахуй мне надо. Я что, блядь, ресторан свой делаю? Или мне тут за стримерской выставить тут сзади, блядь? Да, Наташа, там больше 2500 не ставь. Мне не буду. Не, вообще не играй, вообще не играй. Ну типа, ты не играй. Там, вообще там не играй, Рома, не засчитывай, не засчитывай. Что-то есть, не засчитывай. Я считаю, ножи хорошие, тефалевская, блендер плюс вот этот охуенный дорогой. Я даю, ну, пока по себе максимум 2000. Да я знаю, как ты даешь, блядь. Хорошо, вот. Я буду засчитывать, блядь, любое слово из вашей команды, вот. Я всех зову. Ребят, давайте. Алло, погнали. Просто нужно запасть. Ну, и... А где... Алло. Блядь, а где, это же я, Марк Гуакамоле. Он замучился просто. Марк, чё, он по телефону разговаривает. Начинаете? Он, да, ну, он разговаривает, да. Разве? Я просто... Наташ. А, вижу, все, окей. Нехай ты ножка подняла. Что, Ань, ты торгуешься вместо него или мы его ждем? Да, я торгуюсь вместо него. Хорошо, ребят, стартовая цена $200, шаг 200. Ну, 600. $600 раз. 800. 700. $800 строго раз. 1000. Да ладно, полторы раз. Ставьте и все, блядь. Полторы, нахуй, максимум. $1000 да, злой 2. Все, давайте нам за полторы. 1500 команда Вадима раз. 1700. 1700 злой раз. 1700 злой. 1900 Наташа раз. 1900 Наташа 2. 200 все, раз. Все, не бери, пусть 202. 203 продано злому. Поздравляю. Так. Ну там, блядь, дорого все. Да, ну, мне тоже кажется. Там дорого, пиздец, все, типа, Вадь. Ну, ты остановил меня на... Да нихуй там недорого. Открывай, хуйня. Рома. Давай, открывай, хуйня. Рома. Ну, он сейчас уйдет в плюс, там все по 3000 будет стоить. Да-да. Ну да, дорого. Да-да. Да-да. И сейчас Рома, блядь, просто вставку ну, рекламы подожди, с Алиэкспресса. Подожди, блядь. Сейчас обогатимся, нахуй. Подожди. Нихуя себе, блядь. Бля. Я себе, блядь. Хуёво. Это рестораны, блядь. Вот знаешь, какие, блядь? Тем более, хуёво. Ребята, писалось, уровня, что они старые вещи решили обновить. Вам надо вслушиваться в контекст, в котором очень часто есть подсказки. Я прослушал. Как я тебе говорил. Сама виновата. Ну, ничего ты не говорил. Да, хорошо, что не буду. Говорил, будешь сосать, За 2000. Так, хорошо, давайте следующий. Я не буду платить за такое. Так, ребята, это Дворецкий последний? Был верным слугой на протяжении многих лет, но после несчастного случая его кровно заработанное имущество попало сюда. Это последний контейнер? Нет, напиздил, это да? Предпоследний контейнер. Блядь, из-за Вадима тебя не слышала, повтори еще раз. Да пошла ты нахуй, блядь, 10-й раз в пизду! Из-за Вадима тебя не слышала, блядь. Все, расходимся по комнатам. Да-да. Здорово. Здорово, народ. Короче, последний контейнер? Предпоследний. Это очень дорого, смотри, это винный погреб, нахуй, домашний, это супер дорогая хуйня за $2000. Угу. Да-да. То есть вы, наконец-то, ультуете, да, в него? Да, ну, мы не все сливаем, но мы, да, ультанем. А сколько у нас осталось денег? 5600. 5600 у вас. Ну, до 2,5, и последний также, и все. А у Злоу 2400, пусть сосет хуяку, 2500 даем, и все, блядь. Там еще у Вади много денег. Ну да, кстати, Вадим, бля, любит винишку, он шарит за эту хуйню. Ну все тогда, короче, до 2,5. Ладно, все, давай, Ромчик. Хорошо, я вас услышал. Злой. Мы можем, да. Что? Ну типа, блядь. Ну я поинтересовался, ребят, я поинтересовался, что неинтересно, ребят, я поинтересовался этой командой, они каждый раз, когда вы торговали нахуй по 3000, они говорили, это хуйня дешевая, зачем нам торговать 3000? Ну как, что неинтересно, им перебивать тоже 3000, если они уверены, что там все дешево? Что вы думаете делать? У вас 2400, два контейнера. Ну, блядь, ну, я торговаться. Я бы ставила 3, как, типа, ну, 3. Мы можем просто не торговаться, а посидеть, подождать, пока кто-то проебется, и все. А я бы наоборот... Зачем? Нам не надо бороться, нам надо просто ждать, пока они торгуют. Нам нет смысла тратить деньги сейчас, потому что мы, типа, мы в минусе. Это предпоследний, уже, да. Мы в минусе, и последний может нихуя не быть. И, типа, вряд ли сейчас они будут ставить по 3-4 тысячи. Вадя а вряд ли будет стоит, торговать. А вдруг там стоит внизу дорогое вино какое-нибудь или что-то. Нет, послушай меня, смотри. Вадя торговаться не будет вообще до конца игры. Марк да, торгуется только со мной. Мне нет смысла торговать с Марком, а есть смысл торговать с Вадей. Но Вадя сливается, типа, при больших ставках. То бишь, нам вот остается говорю, только сидеть АФК и ждать, пока Марк с Вадей будет торговать. Потому что, типа, вот такое.
У нас 12500, мы можем посидеть, но если в конце его счет приплюсуется, мы соснем. Нам просто не надо ничего делать, нам надо просто байтить и все. Я не хочу АФК сидеть, я бы... Ну, мы поторгуем, но, типа, понимаешь, я 2400 поставлю сейчас. Если мы это забираем, тогда... Ну, типа, я ставлю 2400, мы это забираем, если я окупаюсь, это плюс, если не окупаюсь, в конце остаются они не будут торговать. Смысл им торговать последние контейнеры, если... Типа, Вадя уже выиграл, и он скажет, я не буду торговать, и все. И Амар такой, ну ладно, я возьму там за 200. И все. Хорошо, я вас понял. Ну ладно, короче, я понял. Убери ноги со стола. Да, хорошо, я иду. Ребята, что? Я к вам зашел последний? Не-не-не, Марк еще не... Можно спросить? Ань. Ты уже был у Злова? Ну что, эта тварь, блядь, ныла нахуй, что я ничего не покупаю? Не скажу. Я за 16 тысяч потом, сколько у меня осталось, я его жопу дырявую нахуй возьму и выебу, блядь. Он ничего не понимает, что такое бизнес, нахуй. Бизнес, блядь, это уходить в плюс, нахуй, а не в минус, блядь. Еболдыш, ебаный. Согласен нахуй, с вами, синий, шеф. Гнол, блядь. Согласен с вами, шеф. Сколько, полностью. Сколько думаете? У этого бомжа? Можешь посчитать, сколько у этого бомжара денег? У ёбка этого. Дырявки это ёбаные. Ну, 14980 получится. 2400, да? Короче, смотри. А, осталось, подожди. Вообще, по сути, смотри, Ром, по сути, скорее всего, мы выиграли. Но есть шанс, что последний контейнер, он может быть супер дорогой. И у людей не хватит денег, чтобы его купить. А мы купим. Угу. И проебем все. Нам нет. Сейчас нужно... Я предлагаю вот этот купить на волоске, и следующий купить. Мы профессионалы. Мы в моменте. Да? Короче, вы хотите поиграть за этот контейнер? Да, за этот, да. Мне кажется, он пиздец. Ну и сколько вы хотите поставить? Ты профессионал только. Ну смотри, там очень дорогой вот эта сзади хуйня. Я предлагаю поставить больше, чем злой, чтобы... Бля, вы что так долго нахуй? Пошел нахуй отсюда, во, блядь. Да бля, просто Ане через 10 минут у стоматолга надо быть. Я, конечно, просто это ее сейчас, проблема. Ребят, давай тогда закинем. Заходите. Минус. Мы... Второй еще? Да, Слава уже уехал. Рома, да, сколько что? Контейнеров у вас осталось? Еще после этого один, все. Ага, понял. Стартовая цена этого контейнера $300. Шаг 100. Так никто не пришел, алло, блядь. В смысле? А. Так мы тут сидим в пятером, блядь. Так нет, тут все есть. Алло, давай. Нет, ты ноешь, да, ебаный нахуй? Мне, брат, я не то что ною, просто жилка предпринимателя говорит о том, что... Я уже, блядь, сука, забыл. 300? Злой. Ребят, злой. Так как ты вчера 300. Судил, ты такое хуйло, поэтому ты не имеешь права мне ничего даже говорить. Стартовая цена. В смысле это? Бездушная 300, хуйня, блять. 300 забираю. Ставлю 1000. Завалили 400. Пиздаки. Стартовая цена 300. Извини. Шаг 100. 1400. 1400 раз. 1500 раз. 1500 2. 2000 раз. 2100 раз. 2102. 2200 раз. 2202. 2300 раз. 2400 раз. Все, не покупай, Вань! 2402, 2403 продано Марку. Это 3500 контейнер стоит, фиксируй. 2400, отнимаю. Это хуйня, блядь, с водкой сзади, это пиздец на дороге. Это не водка, блядь. Там вообще-то бутылки с вином еще стоят, если что. Они не считаются, братан. Чекните такая братишка. Все, что лежит в шкафах, не считается. Так, хорошо, ребят, погнали. А, не считается? Погнали. Ой. На нах, черная коробка, бля, $1000. Мы в плюсе? Да, в плюсе. Вы потратили 2400, да. Плюс 400, нормально. Нормально. Так, сколько у вас денег, так, Марк? 8700, 3200 у них. 3200, а сколько у Злова? 2400. Хорошо, ладно, надеемся, следующий контейнер, последний, будет охуительный. Бля, хоть бы там тапочки были, бля, не, клетки попугаев, так, нахуй. Есть шанс, подожди, а последний контейнер, он угадай-ка? А это вы узнаете прямо сейчас. Ребята. Бля. Добро пожаловать на последний, подожди, контейнер. Скажи нам. Ребята, скажи, ну я нам. Хочу, чтобы вы можете вот этот раз тоже разойтись, шума, подумать, обсудить со своей командой. Не надо, скажи историю. После того, шума, как один, нет, из ученых постарался сделать открытие, но потерпел неудачу, свое приспособление он выставил на аукцион. Это может, блядь, быть шприц. С такой хуйней. Че, мы расходимся? Блядь, ну разойдитесь буквально по минуте, зайду к вам. Да нахуя? Я, ну, тут типа, посижу. Да не, нахуя, просто... да. Это, ну ладно, как контейнер, хотите, блядь. Тогда он что? Нахуя нам расходиться на такой хуйне? Ну я не знаю. Не знаю, например, Гвин предполагал постоянно, это было очень интересно. И он угадывал. Так, хорошо. Хорошо, ребят, тогда давайте аукцион сразу. А какая стартовая цена?
Стартовая цена $100. Шаг 100. Алло. Нет, подожди, так дай мы... Тысяча! Ну так давайте тогда разойдитесь и подумайте, ну ребят, не, ну... Да ну заебал, нахуй ты постоянно орешь, блядь, не понимаю. Потому что я хочу орать! Жание какое-то или что, блядь. Тысяча. Еще нахуй не начался, погоди, блядь. Тут, блядь... Нужно сделать анализ, блядь. Какой анализ, блядь, коробки нахуй. А, так мы выиграли, похуй. Давайте. Тут шеф, шеф, можно я начну? Давай, начинай. Не, да просто не понимаю, нахуй ты орешь, блядь. Все сидят, молчат, блядь. Ты орешь, потому что. Тут бит... Я не ору, ни капли. Шеф, извините, тысяча. Пожалуйста, я не прав по факту. Так, стартовая цена $100, шаг 100. Аукцион начался. $1000 раз. Ань. $1000 два. Давай. $1000. 1100. 1100 раз. 1102. 1300. 1300 раз. 1302. 1400. 1400 раз. Можно 1400, я скажу, Марк, ставь 2. 3200. Ну, ребята, ну, нахуй мы аукционы... 1500. 1500. Бля, Артур, раз. Нахуй ты... Бля, 1502. Какой же ты глупый, сука. 1500. 1600, Наташа, раз. 1700. 1700, бля, Артур, раз. Бля, какой ты ебать, Наташа. 1700. Да не ставь. Да, ребят, смотрите, ебальники. Нахуй ты ставишь, 1700, блядь. Раз. 1702. 1700, злой, 3. Продано. Блять, у вас нахуй обсуждение или что, нахуй? Вы, пусть выиграть, если там что-то дорогое. Потом, типа, потому что, Вадим, поебать. Я говорю, выйдите, обсудите, блять, нет, ты нахуй во время аукциона, блять, строишь. Нет, в смысле? У меня просто чел кричит. Ну, потому что у тебя чел не знает, что ему делать, вы ничего не обсудили, блять. Нет, я сказал, что мы не ставим, мы, типа, ну, мы выиграли. Если тут какая-то супердорогая хуйня, все, типа, выиграл злой, все. Это, типа, 50 на 50. Ну, давайте тогда пробовать, что там. Да, смотреть. Сейчас попробуем. Секунду. Знай Макривского, там три дешевые хуйни, типа. Знай Макривского бы, ты, блядь, ты бы знал, что это не я делал. Я сам не ебу. А, ну значит, все, ГГ мы проебали. Значит, тут мотоцикл, блядь, или автомобиль. ГГ, ну, поздравляю с победой, Артур. Сколько, за сколько ты купил? 1700. Он 300 хуйм будет стоить. 3000. Хорош! Ну ты все, блядь. Поздравляем нахуй злого с победой, блядь. Всё, ребят, спасибо большое за игру, Рома, спасибо за приглашение. Да, спасибо, что пришли, ребят. Да, всё, спасибо огромное, я пошел собирать состав. Монеты, блядь. Спасибо. Куда все ушли? Я выиграл? Ой, блядь, погодите. Или нет, я да, же не выиграл. Да, да, ты выиграл с победой, Артурчик. Да, хорош. Бля, и... Оля, я же говорил, я выиграю. Красава, зло. Да, молодец. Ебать, у меня окон тут нахуй. Ебать, все не попрощались, да. Бля, что-то какие-то все в тильте ушли, не знаю. Согласен. Пиздец, блядь. Охуенно получилось.